Так, ребятушки, пока мы окончательно не начали, короче, всем привет. Где-то полтора года назад в выпуске с Петей Гланцем я жаловался, что я не могу сказать «нет». Вот ты говоришь, мне не нравится эта роль, ну, ребят, ну, давайте вот сделает Вася, он делает его хорошо. Да, давайте вот, давайте не будем пороть горячку, все, вызовите Вася, он сделает вам нормально, нафиг, да? Я не знаю, наверное, не смог бы так сказать. С того момента ситуация в России и мире, как бы это сказать, очень сильно изменилась. И мой страх сказать «нет», получается, только усилился. Если скажу «нет», то я лишусь работы, у меня не будет денег, я не смогу прокормить семью и так далее и тому подобное. Но на самом деле я об этом не думаю. Я просто соглашаюсь на все и работаю кручусь, как белка в колесе. А в целом, я как бы и не задумывался, но тут мне повезло, и выход этого подкаста сегодняшнего поддержал сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Мне предложили консультацию с психологом, ну и я, естественно, согласился. Из того, что мне лично показалось удобным, это выбор, который дает сервис. Как с точки зрения специалистов, так и времени, в которое можно записаться на консультацию. Просто не нужно менять свой график. Я быстро нашел все, что связано с моей болью, и алгоритм подбора быстренько предложил мне все возможные варианты. Так я впервые в своей жизни в 41 год пообщался с психологом. Для того, чтобы научиться говорить нет. Но, видимо, мне это еще предстоит. Думаю, что мы к этому придем рано или поздно. А если не придем, то все переговоры я делегирую человеку, который снимет с меня эту ответственность. Ну, хотя бы на уровне работы. Не знаю. Ну, вроде звучит как план, но, как и любая проблема, все это требует какого-то комплексного подхода, что ли. И думаю, что я на правильном пути. Короче, вы тоже можете попробовать и воспользоваться услугами этого сервиса по моему промокоду. Переходите по ссылкам в описании, выбирайте специалиста под свои боли, э, вставляйте промокод латиницей Гаврилин при регистрации на сайте или в приложении и получаете 20% скидку на первую сессию. Психотерапия действительно способна многое изменить в вашей жизни. Я уже попробовал. Привет, друзья! Привет, как настроение? Привет, 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 привет! Привет, привет, привет! Чеки, 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 чеки! А, Ванчу, Ванчу, как говорит Алия. А, друзья мои, спасибо большое за донат. А, я сразу хотел бы а, оговориться. У нас сегодня очень ограниченное время на подкаст, потому что мои гости уходят в 9 часов вечера. Ну, в любом случае, Петя так сказал, что он, ему надо уйти в 9. Если у тебя, Серега, будет времени побольше, то посмотрим. посмотрим. Да, именно поэтому мы сделали входной донат чуть выше, чем обычно. Это не из-за того, что мы... А, в нас сильна жажда наживы, а исключительно для того, чтобы состоялся конс конструктивный плодотворный а, разговор. Как-то не из-за нее, как-то не из-за нее. Жажда в глазах. Это не жажда наживы. Ничего себе, мы еще не успели зайти, а у нас уже есть донаты. Два доната, да. Спасибо. Класс, сейчас обязательно прочитаем. Давайте протестим быстренько микрофончики, чтобы нас было хорошо слышно, чтобы вы нас видели хорошо, чтобы Артемку слышно было. Напишите. Артемка раз, раз. Напишите, пожалуйста, в чате, что все, что все хорошо. И а, тишина в чате. Хорошо. И тишина, да. То, все хорошо. То, все хорошо. хорошо. Ребята, кто здесь? А, с, а, Петя, Петя Гланс а, подъезжает, буквально осталось а, немножечко. Насколько Петя опоздал, пусть настолько дольше и сидит, пишет мне. Да. Ну, он опоздает не намного, сказал, что 15 минут, где-то так вот максимум. Сегодня Серега говорит, что в Москве плотновато, как-то не странно. Да, вроде суббота. Артема громко, Артем громко. Ты уже сделал потише, да, Артем? Да, отлично, все. Да, сделали потише. Супер, 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 супер. Ну что, у меня сегодня в гостях... Сергей Пономарев. Здравствуйте, голос. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И не только голос, но еще и замечательный человек, друг, товарищ, коллега. Дружбой с которым я очень сильно горжусь. Да, и очень сильно уважаю то, что ты делаешь. Спасибо. Это я так вот чисто Спасибо. от сердечка решил тебе сказать. Да. Меньше трех. Да, да меньше трех. Вот так вот? Ой, что-то новенькое. Отлично. Раз уж такие пляски, тогда я выскажу свою почтение. Выскажи я же сказать на Сереже вырос о! Я, первые, первые разы, когда я пытался что-то сделать у микрофона, были пародии на его э, голос в ММО рпг Твои Приветствие вот о -о -о. это все дело, интонация. <плот> я дико Всем Привет! <с consegue> да, 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 да. 30-секундные вот эти вот скидочки mm -hmm. в конце ролика, и так далее. ]ựпыっ... Было, было, было это что-то какой-то проект. Это 8 по-моему, 8 или 9 лет. Я уже голос портала ММРП-су. И по сути вот кроме меня там практически никого не бывает, поэтому люди вынуждены много лет подряд каждый день, потому что там ежедневные новости слушать, с утра с утра включать ютубчик под кофеек вот это все, а там я задорный, ну в общем, потому что я это пишу вечером обычно в состоянии Да-да-да. никого не интересует. Кстати, я забыл, естественно, да, заболтались, я забыл включить свет, пока Петя страшные штуки ты сейчас делаешь. Ну видишь, да, тут все. Тут так, все не просто я так. Наведу, я наведу красоту, с вашего позволения. Подожди, беленькая, синенькая, должна быть красненькая. Да, цвета музыка, цвета музыка. Сейчас, сейчас. Чтобы было... Я пока в чатик посмотрю. Пишут, что Артем чуть громче меня. А это потому, что я не на не напрягаюсь, суббота, вечер, я уже все, я весь ну, уже, весь голос, который был, весь ушел все, за неделю. Прибавим, просто вот так вот сделаем. Ну или придется прям вот это, как там это называется, АСМР? Да. Да, да. Да, да, да. Да, да. Я как раз бородой буду цепляться за вот, за вот эту металлическую штуку, буду вскрикивать периодически, потому а, что а? когда за нее цепляешься, там больно прям. Застревает, да. Круто, вот, так вот будет даже поинтересней. Сейчас Артем там на, наладит, и у нас все станет хорошо. Звук заикается, со, со звуком траблы. А, Это, ну, я... Враги, враги, всё, да, <связано> я думаю, что да, потому что скорость вроде бы у нас нормальная, все хорошо. Так, ребятушки, а, Тамерлан, он же и e Стар. Большой привет Петру Глансу. Ну, вот он придет, мы и зачитаем. Йок Макарек, Саша, спасибо за все озвучки, где бы то ни было. Локи топ. Йок Макарек, спасибо большое. Спасибо, очень приятно. А, Арчи, добрейшего вечерочка! Александр и его сегодняшние гости, помимо огромных послужных списков в кинематографии, еще и имеют непосредственное отношение к моей любимой франшизе видеоигр. Огромное спасибо за ваш вклад. Ничто не истина, все дозволено. Кстати, да, да, я же как раз задумался, мы, получается... Три ассасина. Три ассасина. Три ассасина <conclusions> сегодня. Притом мы твои дальние предки. А, не, подожди, он твой дальний предок, а я там какой-то вот, какой-то очень-очень дальний там, может быть, пра 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 то есть вот так, то есть я самый молодой. Ты самый молодой, да. Щегол. Квакаете? Почему квак? Может такого Это быть. у меня дикция такая. Понимаешь? Звук куда-то скачет, звук сильно скачет. Почему он может скакать? Давай попробуем отключить Слушай, на какое-то время, может быть, этот самый, как его нет, я, я смотрю на втором мониторе все хорошо. А у тебя все хорошо? <связано> <Ты> <связано> очень ну ладно, ничего страшного. А мы сегодня собрались, да, поговорить об очень такой классной штуке, в которую я погрузился совсем недавно, буквально позавчера. Вместе с Элизой Мартиросовой мы закончили прохождение uh, The Last of Us первой uh -huh. части. Uh, я ее пригласил на самый последний мой uh, финальный заход по Last of Us, потому что до этого мы с Артемкой вдвоем вот проходили, uh -huh. грубо говоря. Он удаленный, я на наведу, так сказать, у всех. <laughs> И это была моя первая игра вообще в жизни, в, в, в сознательной жизни. да? Ты, потому ух что... ты! Да, я никогда не играл. И, в общем, меня в какой-то степени засосало, погрузило. И <клев> мне бы хотелось узнать побольше об этой индустрии. Я как-то выпал из нее совершенно. Я помню видео... Кто Ой, это пришел! Деньки, я сейчас Давай не бей. Аккуратно. Здорово, дорогой. Привет. Сейчас, секундочку. Так, Давай попробуем проползти. Да, у меня здесь места мало, но не вам письма. Ой, спасибо, спасибо. Извини, что я к вам спиной. Ничего страшного. Спиной, а не лице. Как там была шутка на тему того, что разворачиваешься камеры спиной и говоришь, если вы вдруг хотите следовать, как это подписаться на меня, то вот так я выгляжу сзади. Так. так, сейчас сразу да, выключим. На, наушники здесь. Ну, как тебе да удобно? Да нарожни мне эти наушники, Ну ты? А? наелся уже за жизнь наушниками. <с> наушников. Что? И здесь наушники? Ты же, ты дико наушники надень. Молодец! Это же у нас форматные фишечки, фишечки форматные. Форматные, форматные фишечки. Как-то на радио будет твой формат. Все, ласкай, да. ласкайте, мои ушки. Будем ласкать твои ушки. Смотри, микрофон тебе так удобно. Да. А смотри, максимально... это, смотри, это микрофон. Здравствуйте, здравствуйте. Боренька, Боренька, здравствуй, здравствуй. Испанцы! Ну и так далее. Круто. А, друзья, еще разочек. Сегодня у меня замечательные гости в актерской курилке: это Сережка Пономарев, которого я представил, и Петя Гланс. Здравствуйте, ура! Здрасте! Здрасте! Да, да. Спасибо вам, друзья. Я еще раз скажу: что я безумно уважаю вас как коллег и обожаю вас, как хороших товарищей, друзей, которые никогда не подводят, никогда не огорчают. Я не знаю, но я горжусь, что, что я знаком с вами. Да, это, вот. это просто от сердечка, вот просто такая маленькая рыцарская пауза. Такая вот. вот, вы, вот так, вы, да, вы, 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 вот. выдумка. Я к Саше вообще, я, я зарекся к нему ходить. Потому что, ты понимаешь, к нему приходишь только для того, чтобы сделать Саше пиар. То есть он пришел, у Саши там сразу просмотры, кто-то ему денег кинул, понимаешь. А толку... Вообще, вот, ну, ну, Сань, ты помнишь, мы когда-то, ты такой, блин, новую программу сейчас снимем, офигенную, Петруха, ты ведущий, а Саша снимал, значит, какие-то кучу э, параллельно программ, знаешь, там, э, это, рыбалка под шафе, еще что-то там у тебя са, было. Са, ну, са, са, такие... Сад, огород. Да, 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 ну вот. И, значит, он говорит: а это будет программа, ты будешь у актеров дубляжа брать да. интервью, все, все органи... Саша да. организовал. Саша организовал. А я... мы ночью писали. Вот. Я тут как я об этом вспомнил, я тут в каких-то архивах копался, случайно тост -то программа программу открываю, смотрю, дум думаю, неужели такое говно получилось на канал не взяли? Вот. А все это типа и пойдет на канал, угу. мы все два дня поубиваемся, угу. а потом денег заработаем. Да, да. так, да, так, так, так и второй, так все было. Я да. смотрю программу, ну. Нормально я вижу, ну, да. даже интересно. интересно. А Саша решил, что значит главным героем будет он? Ну, поскольку как бы ну все было хорошо. Я понял, почему на канал программу не взяли. Почему? Саша решил скосплеить там Джека Воробья. О, блядь. И этот Джей Ворогей, который Фурокий. у него получился, уже тогда не был приятен, видно на телевидении. <смех> я <смех> просто <смех> офигел. Я <laughs> думаю, а что блин. Колышешь, <laughs> вот почему не взяли эту программу. Я расту, я развиваюсь. Я... Мне больно. Мне больно от того, что я не могу свое вот свои свою сердце сейчас надевать на микрофон. Прости. Да. Да, я я я ваш прямой эфир. Я хотел сказать, тебе обязательно нужно вставочки из этой программы сделать. Народ должен сидеть. Я заинтересовался. Боже, нельзя. Обрати внимание, я никуда не. У меня все время она лежала, и я ни разу ни одним кадриком не пукнул в интернет. У меня она тоже лежит. А что за голос там? Я не могу понять, это? Это Артем. Это Артем. Артём, Артём, он у нас удален за да, а -а -а, голове. Да, А, всё. Здравствуйте, да. Артём. Я привык, у меня просто да. другие а -а -а. голоса с другими <с именами. <с да. Поэтому на, на этот эфир я прям, сразу, Саша сказал сразу, оплачиваешь такси 30 тысяч за эфир. Угу. Он говорит, да, нормально. Ну, все. неплохо, да. Ну, ну хорошо, да. А, а, спасибо Я, а я... я как-то не знаете, даже немножко сказал. Спасибо тебе большое поставили я... перед фактом. Фу. Договор потом а, подпишем. Я думаю, Саня растет, растет, уже может предлагать. А тогда за серьезный продакшн пошел. Тогда за так заставлял. дня На меня накинулись, как эти самые, как лютые звери. Ну, вот просто... Сил Заметь, я нет. Заметьте, я скорее какой-то шархан сидит. Да, Я сейчас наоборот. Я поскольку денежка-то идет, я теперь сяду, расслаблюсь, а вы разговариваете. Отлично. Ну вот, видите, я поделился своим сердцем. Петя поделился своим. Отлично. Раскрылся денежный мешок. Я поржал, спасибо. Ну, мы сегодня в том числе и хотели... Всё, всё. Ты меня, ты стабильность, меня, стабильность, ты меня... я буду собираться, половина Хорошо. эфира. Боже, вогнал меня в краску, я аж это, позеленел, наверное, как-то там на экране. Да, да. Вот ты сейчас, вот ты сейчас Кто изгород... пробовал ибанис, ни разу фендер не достанет в общественных местах. Давай! О, oh, боже, oh, что это? А, в общем, мы, а, я а, начал было тут рассказывать, что я буквально вот в 41 год начал впервые погружаться в сферу компьютерных игр. То есть я прошел, mm -hmm. буквально позавчера закончил прохождение The Last of Us, первой части, позвал даже Лизу Мартиросову, ну, поскольку она mm -hmm. и mm -hmm. там, mm -hmm. и мы с ней вместе это дело проходили, и, в общем-то, получилось очень весело и круто. А, и меня подзасосало в эту историю. У меня было 4 стрима там по 5-6 часов. Игра или же? что? Подзасосал. Все остается за кадром. Я ждал этого. Шатника, подловил. Ну ладно. Не-не-не, я просто спросил. Да, конечно, конечно. Водички тебе дать? Пока не... А, есть? Давай, водички, давай. В Вода в есть. Вода ведущим предоставлена, и слава богу. Так вот, я как-то вообще упустил историю развития компьютерных игр. Буквально вот начал смотреть какие-то видео и понял, что это было сродни развитию нашей озвучки, то есть дубляжа, в принципе, в России, да? То есть какие-то из полупиратских вещей все это стало возникать, проникать. Но механику этого процесса я до сих пор не понимаю. Как это было? Как это было? Ну, это ты загрузил, нам виду... и, и 10 часов не хватит разобрать и, э, всю историю видеоигр. Да индустрии. нет нет нет, я имею в виду да, саму механику, механику, как ты, как происходит. <п> <_ recharge> я знаю, что был некий Фаргус, но Фаргус это, наверное, уже а yeah. Да он видишь, видишь, до Фаргуса было же куча всего, поэтому. Да, ты как лохматить бабушку хочешь? Ну, значит. полохматить немножечко надо, а как? Опять, а опять копать, понимаешь? А опять копать. Нет, Я просто не очень понимаю, но хотел бы лично вот узнать, когда у вас есть информация. Есть информация. Да, пройдет еще 10 лет, и ты увидишь опять Фаргус, и будет Все цик лично, Александр. Как было в знаменитом фильме, да? Расскажи мне все с самого начала. Ну, сначала земля была раскаленным шаром. Поэтому давай мы возьмем так: вот если прям крупными мазками. То есть, когда-то было все не очень хорошо, потом стало чуть получше, потом стало хорошо, но не очень. А потом случилось вот недавно, и все стало пока непонятно как, потому что мы еще. У нас горизонт событий маленький. Мы еще не осознали до конца, что будет дальше происходить. Понятно. Но в игровом плане все более или менее хорошо. Наоборот, даже сейчас. Это забавная штука. Много же про проектов, которые официально выходили в России, ну, например, отказывались делать озвучивание таким играм, ну, условно потому, что очень много звука, да? То есть, ну, текстовый перевод ну, делали, да, а да. звуковой не делали. Почему? Потому что денег не было? Или, или... Но... Нет, это жадность. Это да, это не очень выгодно, особенно если... Потому СМС что денег обьется. не было, если... ну, не отобьется. Ну, не отобьется, Если синглплеерная, например, какая-то игра, скорее всего, это не отобьется. Вот, поэтому для многих игр озвучка не делалась, а сейчас, поскольку... Вот это гуляй-поле началось такое легкое ну, да. несколько разных совершенно команд. Пиратские, скажем. Я потом по этому пройду. Да, да, пока да, так да, называют. Но они, они начали они начали пилить альтернативные, не, даже не альтернативные, а просто ну, единственные. Да, ты прямо сейчас так скакнул из древности в современность. А вот да, прослеживается же это самое. Параллели, 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 параллели. Я понимаю, что сейчас как бы некий виток пошел вот туда вот, да, завернулся. То есть Луна зашла. Но, опять. но это даже, а, я говорю, это даже не, не плохо, это даже интересно. Ну да, в вот. какой то степени? Ну, потому что сейчас механики другие. Раньше же, ведь, если сейчас все это делается скорее на донаты, я так понимаю, да? Ну, То в, есть... в том числе. В том числе или все-таки на донаты? В том числе, потому что не всегда это. Вот, вот недавняя история с хогвартс Легаси — это пока первая большая ласточка. Потому что да. до этого сборы были какие-то, mm -hmm. но они обычно заканчивались там на каких-то mm -hmm. очень скромных mm -hmm. цифрах. к кого-то в кармане. Да, чаще всего в кармане Ну, к нему, к нему, к Хогвартсу мы еще там есть о чем поговорить. Я имею в виду, а раньше-то как это? Вот просто сидят тупо программисты да, В собрались, которым интересно компьютер. Я сука программирую, посмотрите, да? <свят> да, Я просто не очень понимаю. Картошку принимаю. пойти вскопать. Да. Как они оттуда... Господа айтишники, вы слышали, он сказал, тупо программисты. Я как человек, да, Я знал, что я же тоже оттуда. Надо говорить, блин. Надо следить Наоборот. Мы потом скажем, где он живет. Гениально, гениально программисты собираются. Ну, понятно, что... Разваливают код, достают, значит, звук, текст и прочее. Потом приходят тупо артисты и тупо записывают это говнище. А потом опять гениально программисты собираются обратно. Вот ну, работает. то есть они сидят а, и вытаскивают какой-то код. Не всегда сидят. Не всегда, да. да иногда некоторые... Что ж вы, я не знаю, к словам-то цепляйтесь. А ты что думал, легко будет? Да, да, будет непросто. Я знал, что два мощных бульдозера придут и просто меня начнут раскатывать по этому асфальту. А че вы-то на меня наезжаете? программисты, бульдозеры. Да я должен как-то защищаться. Я должен как-то защищаться вообще в целом. Да? Вообще, вот я... С оранжевой кружкой тут и в серой кофточке сидит. Тут, понимаешь, да надо. Я подготовился. Смотри, все стоит. Все, так сказать, горит. Ну, смотри, давай. Камера работает, людей много. Давай, давай, минут, минутка серьезности. Ну, смотри, то, что было вот, вот очень давно, я этого дела практически не застал, но знаком с, скажем так, математической частью этой страны. Там не было такого, что сидят просто программисты, гениальные программисты. И вот они вот решили и начали прям, давай, вот нет это все естественно было бизнесом то есть в любом случае если что-то не приносит прибыль то этим заниматься ну, большое количество людей не будет это будет максимум энтузиазм не более У -у -у. это был бизнес серьезный многомногоденежный то есть прям сумки денег когда и вот тогда это было полноценным пиратством то есть мы не будем сильно углубляться в техническую сторону то есть бабки там были все там таки? были огромные на самом деле деньги О -о -о. ну потому что вспомни когда вот ну так как ты не игрок ты никогда вот, поэтому вот да. когда мы увидели первый раз на полках каких-то магазинов что то лицензионных вот, в, в, в плане компьютерных игр. Это, Оно начало появляться сильно-сильно очень точечно. Я боюсь соврать, по-моему, под Рейсерс Это так игра называется. Pod да, да, Pod да, Racers, да, да, да. А, по-моему, первой э, официальной локализации в России было. Ее купил как раз Акелла. Да, это был год. То ли 96-й, ну, вот, что что вот там вот. Где? Ну, это робкие попытки были вот. первые. А... Акела, Акела, Вот ты сейчас сказал Акела, по-моему, ты меня а? туда и притащил, а? да. Промахнулся. По-моему, ты меня туда и привел в свое время и познакомил с звукорежиссером, как же его. Гриша. Гриша. Гриша, да, с которым я виделся тоже не так давно. Но я, опять же, где-то. Мне попалась информация: опять, этот преснопамятный Фаргус, что это было как бы некое отделение, э, не совсем официальное, АКЕЛЫ, да? Или Слушай, нет? Все, там все на, настолько сложно и запутано, что прям долго объяснить... Не все так однозначно, давай так скажем. Но я по поводу сверхприбыли хочу сразу сказать. То есть сверхприбыли были у кого? Ну, сверхприбыли у... были у склада. <связи> да. Склад, который да. торгует вот, ну, болванками, сыграми. Да, 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 и да, да, то, да. Сверх, ну, если их так называть, сверхприбыли, они были до появления серьезной... Пиратской конкуренции. Ну да. То есть, условно, когда диски стоили каждый диск продавался по 5 долларов. Uh -huh. Ну вот, вот тогда прибыль была хорошая, потому что себестоимость производства его была, там, я не знаю, 40 центов понимаешь? Uh -huh. Разница uh -huh. ощутима. И когда нет конкурентов, ты там 10 тиражей продал и, в принципе, можешь 2 года не работать. И на Мальдивах. Да, а потом все это ну, по -про -по перешло в реально хороший такой конкурентный бизнес, когда появился смысл, а, сначала делать говно mm -hmm. как можно быстрее, mm -hmm. чтобы первый тираж кинуть, поэтому mm -hmm. очень много вот этих первых тиражей, потому что кто первый продал ну, да. свое там, ты сливки собрал, сливки, сливки, собрал да, да? Ага. и потом делать отдельно хорошо, чтобы фанаты, если игра хорошая, они mm -hmm. уже покупали там Фаргус Голд или, или там седьмой Волк Платину. Много их было. Ну, то есть, по сути, это та же самая модель, какая сейчас в пиратстве сериалов, фильмов и всего прочего. Ну, да? нет, слушай, тут... тут Вначале тут выбрасывается говно, а м потом Можно провели определенные провести, конечно, но все-таки, понимаешь, э, ну, опять же, это немножко разные направления. В пиратстве в сериальном зарабатывают э, сильно меньшие деньги в разрезе Затрат на продакшен, ну то есть чистая прибыль от всего этого дела сильно меньше, чем была тогда. Да. До появления, опять же, такой очень серьезной конкуренции, когда да. появилась уже куча-куча разных групп, которые прям вот ну, так. Вот диски вот, в продаже да. подорожали, да. то есть не было да. такой маржи. Ну, условно, он, он опять же себестоимость 3 цента в баллонке была, а продавалась уже по доллару, да. а там а -а -а. и меньше. Из-за конкуренции. Из-за конкуренции, Из конкуренции да, естественно, все стали ронять цены, да. демпинговать. Ну и потом, mm -hmm. потом mm -hmm. это все развитие пришло к тому, что вот был напряженный прям рынок уже конкуренции просто все друг с другом грызлись. Тут появляется уже официальная локализация, потихонечку начинает тропка так выползать какие-то десочки начинают, магазинчики даже какие-то почти лицензионные. На самом деле вот. А потом я сейчас да. закончу. Я... А потом, а потом пришел Steam. И по сути, вот своим приходом практически порушил вообще весь рынок. И это правда, несмотря на то, что пытаются выставить, что да нет, да эффект от стима был пролонгированным, да это а всё Steam не так. Стима ⁇ это площадка, самая главная площадка по продаже электронных версий компьютерных игр. А, ну, то есть всё. это такой, по сути, магазин приложений. Онлайн-магазин, ну, да. да Онлайн-магазин, онлайн а -а. в котором ты нажимаешь одну кнопочку, она игра к тебе попадает, тут же скачивается, устанавливается. Mm. Ничего делать не надо вообще. Можешь вот сидеть и в нас ковырять все это время. И это все действительно по сути уничтожило остатки вот этого вот пиратского. Он что, тебе что-то подложил, пока так говорил, видимо. Улыбается ковар. Так вот, давай, давай, давай. Прости. И все это говорю, и Steam закончил вот эту долго идущую эпоху такого прям кандового и мощного пиратства в России. Потому что после этого, ну да, есть торрент-трекеры, Естественно, игры ломают, и не только у нас за рубежом это уже основные взломщики игр сидят за рубежом. Они у нас, это так для понимания. Так же, как и тырщики кино. Это все там. Оно и сейчас, там в основном, потому что у нас пользуются уже, как говорится, вторично. Как, как вторичный взлом все как такое вторичный взлом <laughs> вот. поэтому вот, вот та эпоха и а? кончилась то есть появились э, сторы которые позволяли быстро доставить продукты легко mm. до потребителя он еще и там с русским языком и все это еще и с профессиональными и дешево, профессиональными всего, озвучено да. профессиональными программистами вот это вот все ну то есть все Освучено хорошо профессиональными <laughs> программистами я отлично, просто помню отлично. эти мемы я старенький чуть-чуть yeah. ну, <laughs> Круто. Так, подождите, у нас есть донаты. Тебе вот э, большой привет Петру Гланцу. Спасибо да, большое. Это было в самом начале: не человек, а человечище. Лично не знаком, но мечтаю. У него неповторимый голос. Ай, как спасибо. участник озвучки модов готики, я научился копировать голоса многих актеров, но его тембр удается наполовину не больше. А наполовину это уже очень круто. Да, я а, да, считаю. Я, например, не могу кубика в кубе сделать. Ну вот просто я, правда, не пытаюсь, но, когда мы что-то пробуем, вот он начинает разговаривать. Это Губидулин, в смысле? Да, Руслан, ну блин, сладкий голосок. Сладкий голосок. мне как-то с образом Руслана это не очень вяжется. Сладкий голосок. Он такой нежный, когда не на людях. А, да? Такой милашка? Да. Ясно. Катан. 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 Борис Новиков, привет, Борис. Испанцы, ой, всем добрейшего. Страшно страшно рад видеть официальные российские голоса Локи, Дедпула и все Кузнецова. Отлично. Сергей, это последняя шутка на эту тему. Да нет, не последняя. Что, первый день что ли в армии? Просто Алексей, доброго всем вечера. Хочу выразить огромное уважение к работам всех присутствующих на стриме, но особенно Петру за его работу и еще в Фаргусе. Диабло 2 плюс Лорд Ван Лав. Лорд Сорян, я вообще Лодер. не в материале просто. А, Лорд of наверное. Да, да? это да, продолжение. продолжение. Спасибо большое. Спасибо. А вообще случайно в Дьябло кстати, оказался, когда, знаешь, уже игру перевели, озвучили, озвучивали, озвучивали актеры, там... Mm -hmm. Хорошие, хорошие люди. И ты такие, блин, ролики забыли. Озв...". А там прям, ну, ролики же, помнишь, снимать, mm -hmm, снимать. Да, да, как бы нам в euh, это самый по-быстрому, и завтра релиз, и ночь уже, и все. Я говорю, дайте я за кадром попытаюсь там ааа, себя. Вот. И как же я был неожиданно счастлив, что все вышло. То есть я не знал, чем все закончится, mm -hmm. не до этого было. Вот. А вышел вот с этим за кадром. <со innovations> yeah, Видишь, какой ты был а, легкий на подъем, инициативный. Слушай, потому uh -huh. что я не был актером. А, <да, соценно> э. я, <соценно> я актер. <соценно> был огромный плюс. <плод kicked соценно> <плод> pues. pues. Мы тут хотели, да, пузо <соценно> <соценно> выставить, <соценно> да, и посидеть, и почесать пузы. Мы актеры, и не просто так тут собрались. Джейсон, Петр, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Вы легенда. Здравствуйте, здравствуйте. Вы легенда. Спасибо большое за ваш труд во всех сферах. Ланнистер, который всегда платит Спасибо. свои долги. Спасибо. Да. Я так и не посмотрел до конца «Игру престолов», кстати, честно могу сказать, потому что я утомлен э, в какой-то момент стал этим сериалом, но «Тирион» — это единственное, о чем вот мне его mm -hmm. просто yeah. хотелось yeah. смотреть. Вы Знаешь, после чего я начала... бросил сериал? когда убивают Шона и Бина, я только понятно, Но... и эти туда же, всего доброго. А просто 400, отправил 400 два раза. Спасибо большое. Теперь ты в 800, прям всю секунду. Хватит, хватит этой фигни. Недобросовестный. Рабоев, о, гланс и какая-то завитушка. Это восхищение или практически молитва? о, гланс, Может быть, идешь по улице, а мы о, гланс, может быть. О, гланс. Наоборот, идешь по улице, О, да. О, гланс. О, гланс. Костик, кот, привет, и всех любим. Вы топ вопрос ко всем. Как часто вы расчехляете джойстик для игры? Мы же посмеемся на эту тему обязательно. Про расчехлять? Расчехлять джойстик для игры. Давайте проржемся, мы... Так, так, о шуточки, Ой, как эти, да. как мастера, наши да, да, да. мастера бильярда, они со своим ким да. приходят да, в, мы в, со в, своим в смехом в кожаном да. тубусе, вот это все, у нас джойстики мы расчехляем, я зачехлил его ровно перед поездкой сюда А, тебя есть джойстик? ты не поверишь, да, у меня есть джойстик, который подключает к компу ну не джойстик, а геймпад, почему? Сережа скажет все Потому что у меня дочка, ей 8 mm -hmm. лет, вот младшая, и она играет на геймпаде. И мы сегодня, вчера, как раз, спиратели Чиу, мы ее поставили, mm -hmm. играем в Чиу. Это чудесная игра. И, ну, мне на плойке? Не, нет. В, в данном его случае можно на, и на PC. А, его вот. можно к компьютер подключать, да? Ты, очень они очень... все перекрыты. Можно плойку к компьютеру, компьютер к плойке, а, да? фен к компьютеру. Это да. пш, вообще. вот. Я сейчас просто это, я же, это женская шутка. Это, это женская, женская. Понял? шутка. У Понял. них есть Поехали. разница между фенами и плойкой. А вот ты про что? И он подогнал перон к поезду. Это просто два жирафа, один поменьше, второй повыше. О, а второй. О, а Вот. И тем не менее, реально с удовольствием с ней вот сейчас полтора часа. Это, правда, очень долго. Еще монитор же сейчас. Раньше маленький был. вот Раньше, блин, там излучение. Там вот такая линза. Ты весь день обсидись, у тебя глаза не портятся. А... скоб посадишь. А щ... да. посадишь. А сейчас ты. вот такая вот. Ты поиграл 20 минут, меня уже просто укачивает. Если это 3D, я такой... Ну, с этими, с камерой, да. А еще мы с ней играем в другую игру. Да. Даун... «Гримдаун». «Гримдаун» — это э, «закат». Не «даун», mm, а как dawn, 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 dawn. Dawn. Yeah. У меня Dream безобразный dawn. английский. Просто недавно сделали «Гримдауну», uh, uh, «Русскую локализацию да, звуковую» да, 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 сделали. А я хочу сказать, что это самая интересная, ну вот, на мой взгляд, пока, дьяволоподобная игра, mm -hmm. Mm -hmm. которая была сделана, с, ну, вот с момента там, в, в, второго дьявола, потому что уже третий, четвертый, ну, все Ну для... да, это... Почему интересно? механиками? Там очень такие, как бы, сочные механики. У меня друг, я помню, когда в дьявола играли, он там в ладар залетал на первую позицию mm -hmm. и так далее, он у него была тетрадка, и там все исписано формулами, что там у сорки качать, что там у некромана, Некроман-то, некроман. Ну, то есть человек реально как к научному... Это математика. Да, подходил к вопросу. Офигеть, вы такие увлеченные люди, вот слушаю вас с удовольствием. Серьезно? Да, и пока ни хрена особо не понимаю. Как там был мем, да, вот это очень интересно, но не понял. вот Хотите поговорим про микрофоны? Нет, нет, нет. Смотри, Пономареву, братки, два косаря упало просто. Евгений Золототрубов. Правда, тот, кто отправил, не Золототрубов. Что не нажал? Не нажал кнопочку, да. Там, когда выбираете, заходите в донаты, можно выбрать, кому именно вы отправляете. Да, это недокументированная а... функция, судя по всему, Саша не документировал. Нет, а он она, я, ему. она есть по умолчанию. Там специальный скрытый еще есть. А -а нет, 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 не скрытый, нет, если просто не выбирать, то <связать> он падает. <связать> ну, в общий, куда надо, в общий он падает, коцер. закончим <связать> на этом. Мы не дочитали, мы остановились на джойстике. Ну, это правда смешно. Мы не могли не остановиться. Уже привыкли слышать свой голос со стороны «он нравится?» последок. Я представляю себе этот мелкий последок этот. Так, просьба всем выполнить просьба всем выполнить штрабас, если сможете, я... как щелкуны из один из нас. Очень хорошо умеет Александр. Наверное. Давай, не умеешь. Что? просто интересно, что это такое. Сейчас просто рыгнуть, что ли, а можно я пойду отсюда? Ну что то они как-то сразу поплакали. Не стесняйтесь, а, кто-нибудь еще? пожалуйста. я не знаю, как это вообще... Я О, да-да-да. Три взрослых мужика сидят в какой-то херневой... Что происходит, мать вашу?! Ничего, по меди серверу я лезу на вас в ухо. Вы пока меня лижете. Вы ну, что вы делаете? -то? Мы лижем весь мир. Мы лижем ухи. Мы лижем ухи. Мы подкрасы незаметны вообще. Ой, как вот хорошо. Вот видите, да? сразу и люди прибавились. Только вот было 570. А я думал, да, сразу... надо за это прибавиться. Сразу, знаешь, Гавриин сделал штрабас, потом снял майку, потом мы встаем и пенкой на него. Пенкой. Видимо, этим все и закончится. <laughs> <laughs> Алан Ти, всем привет. А, не пропустил, нет. Пропустил, да. а, Серега, классное интервью вышло у Нейтмара на канале. Прикольно. Спа Спасибо. Спасибо Саше за Дезмонта и Хикса, Пете за Арно Дориана и Гоуста из Колды. А Сереге за Эйвра и Ведьмака. Спасибо большое. Мы уже мы ему похихикали, что сегодня три ассасина в комнате. Три ассасина. Да, а, да. Да. Три поколения ассасина. Я самый мелкий да, ассасин. Ну, он, он, он наш последующий. Ну, напоследок. Ну, да, Я последок. напоследок. Не особо на ассасинил, но что-то там пробегал периодически. Но мы же из одной ассасиновой вселенной, да? Естественно. Да. Слушай, Я хорошо, что вы это знаете. Да. Я нет. Вот, мы нашли то, что он не знает. Не, нет, вообще не увлекался. Ты же был ассасином. Был ты был ассасином, наверное, Мало, на Келле или, или уже нет? Мало французским ассасином. Нет, точно, точно не в Акелле. Нет, уже... Это, уже, это уже... На Логрусе. Логрус уже новый, это новая эпоха. Логрус, да. точно, там же писали. Там же, получается, по да. с третьей, по-моему, части уже Логрус писал. Это уже да, да-да-да-да-да. Ну, я, как это, мы посмеялись тут с Иришкой, с Иришкой Киреевой, что мы последние официальные ассасины на Руси. Мы официальные ассасины с тобой. Вот, ну да. А подожди, скажи, а ты знаешь, почему Акела так быстро исчезла? У нее все было круто. Нет, правда? Не выключай меня. Не выключай. Ты кто кто, 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 меня кто, выключал. Кто, что? Откуда, что? откуда звук? Не, может быть, я а, не смысле, знаю. Что, как, все как было бы, хорошо. Почему? У них был огромный классный офис, помнишь, на Стрелецке. А, то есть это показатель, что все хорошо? Ну там как-то все время работа шла, там люди Нет, такие Акелы, классные. А, мы а, работали и работали. У Акелы была одна стратегическая ошибка, как я понимаю, допущи... допущена. Допущена. Сейчас <с достаточно. выходить серьезно, ответ. Да, да, да все Очень просто. Как ты, вы все помните, многие западные крупные компании заходили в Россию, покупая какого-то местного менеджера, у которого уже была своя база и торговая, и так далее, чтобы не не воротить все это с нуля. Вот и Акела мечтала о том, чтобы пришел какой-нибудь электроникардс и купил ее на корню. <связывая> Чем а, зарабатывают любые крупные мейджоры? Это касается и киношных менеджеров. Uh -huh, uh -huh. Не тем, что он выпустил проект э, три, AAA плюс вот в данный момент, а библиотекой. То есть любой киношный менеджер прежде всего зарабатывает на куче фильмов, которые они сняли с 1938 -го года, и которые в, в, раз в год, два раза в год всплывают на одном канале, на другом То есть канале. И продают права. Да, да, да. да, да, да. И а вот а это а как а раз библиотека. А Приносит самую большую прибыль. Отнюдь не вот этот вот прокат сиюминутный, который сейчас был. Поэтому какой-нибудь трудный ребенок он озолотил давным-давно всех вообще. Несколько ну, поколений воротил да? Короче,. А Акела начала раздувать э, Свой вот этот вот э, Библиотеку проектов Но раздувать всем подряд То есть покупали uh -huh. там морской бой В котором uh -huh. ну, uh -huh. вообще uh -huh. и продать даже было невозможно уже, То есть мы рисовали супер обложки Еще что-то Но никто это нищий не покупал Раздували, раздували, раздували Деньги вкладывали, вкладывали uh -huh. А электронная карта за Акелой не пришел а и я это... так ждала. Вот и вот этот, мне кажется, вот этот пузырь. Я еще раз я не отвечу за всех, но мне такой. Даже что этот пузырь утянул ее на, на дно. Вот это основное. Офигеть. Ну просто правда, вот мы писали, писали много, много всего писали, и потом он в какой-то момент акела закрылась. говорю, в смысле? Я еще неделю назад там был, и все было круто. И да. Так, приходишь там, и улицы <laughs> уже переименовали. Уже <laughs> все, <смех> вообще ничего <смех> нет. <смех> <смех> да, <смех> да, Не, ну было реальное ощущение, что людей э, просто к стенке подставили, пистолет <laughs> к Блин, я не могу, <laughs> Извините, я вам сейчас настучу уши. Давай, <laughs> давай, мне давай. Боль. как тебе как удобно мне приходится время к этому микрофону. Не, 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 вот нет, стучи, <laughs> сделай, <laughs> как тебе удобно, конечно. не, тебя подвинуть. мне не, 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 все отлично. Все, мне не болит, да, уже все практически. Спасибо. <laughs> <laughs> я попал в профессию чуть попозже. Я, получается, уже вот практически на излете Акела я, я попал в профессию. Но я еще услышал о том, что Акела, помимо того, что они ждали, помимо раздутия библиотеки, они еще немножко раздули свой операционный, как говорится, операционный штат. То есть у них была достаточно громоздкая в какой-то момент структура, а западный бизнес не любит вообще громоздкие структуры. То есть, почему сейчас вот Юбисофт лихорадит, это вот для тех, кто не следит за новостями, Ubisoft страшно лихорадит. Но это огромная корпорация с кучей всяких отделений, сложные структуры. Они хотят потому что иначе банкротиться придется. А никто не покупает, потому что вы слишком сложные. Тащить вот этого вот, вот этого монстра с собой, да нафиг вы нужны. Сократитесь, тогда мы посмотрим, что там можно с вами как-то работать, mm -hmm. купить вас. То же самое, на мой взгляд, как по рассказам из тех людей, которые там работали, с которыми я хорошо общался. Вот именно это в том числе тоже и произошло. Они в какой-то момент слишком раздулись, и любая западная компания приходит, смотрит и говорит, нет, как-то попахиваете, не надо, можно я вот туда пойду? Ну, что и произошло. Ну и плюс еще, видишь, тоже, время как-то вот расставило все точки над «и», что нужно было развитие как-то По поводу распада, по поводу Распада. Почему, может быть, ты петь знаешь? Полураспада. Полу, полураспад, oh, да. <свечес> почему а, закрываются большие шутки. разработчики? Разработчики, большие разработчики компьютерных игр. Например, Интерплей, Обсидиан, какие там еще тройка Геймс. Ничего про них не знаешь? Почему Значит, они вдруг знаю. исчезают? Вот. Я знаю, я с этим постоянно сталкиваюсь. Это, это он это, это, я раз, Нет, это, это я, я развалил. Крис Авелон слышал, что его там сексуально... Это тоже я. <laughs> Ко мне подкатывал, скотина. <laughs> Смотри, есть такая штука, называется <laughs> кассовый разрыв. На самом деле, реально банальная штука. Когда у тебя не сходится ну, образно на пальцах, вот, дебет с кредитом, когда ты все просираешь. <laughs> когда ты не туда вложил, когда ты не так рассчитал будущую прибыль, когда у тебя расходы натурально утекли в никуда, то есть ты какой-то проект начал разрабатывать, а деньги просто утекли куда-то. То, то есть там не было грамотного менеджмента? В что? том числе и проблема. Ну вот у Интерплея конкретно, я знаю, потому что я знаком с ребятами, которые в свое время помогали им с локализацией там. Ну то есть не локализацией, mm -hmm. а с озвучкой там. А, и они рассказывали, что у них лебедь, рак и щука в какой-то момент. То есть они были поделены на кланы внутри организации, которые тянули компанию в разные стороны. Кто-то mm -hmm. один хотел никакой продажи, мы будем независимыми, нам хватит денег, мы справимся. Второй там топ-менеджер, грубо говоря, хочет, да я хочу продаться Microsoft, сюда, идите сюда, покупай, я готов, штаны снял, а третий вообще такие, давайте мы сменим деятельность, мы вообще помидорами хотим торговать и из-за этого в том числе, то есть вот из-за таких проблем приходится потом натурально распродавать по частям интеллектуальную собственность, чтобы как-то закрыть вот эти вот все неоплаченные счета, чтобы как-то выйти из этой ситуации, mm -hmm. потому что ты же понимаешь, что ни у нас, ни за рубежом нельзя просто так прийти и сказать, так, короче, у меня есть компания она пипец какая здоровая Банкротишь, все, устал. Надоело, денег мало. Че, банк нельзя? И... Не, нельзя так сказать. Всё. Тебя просто, вот, ну, не поймут люди, серьезно. Тебя не посмотрят, и скажут. Сынок, ты дверью не ошибся вообще? Выйди, нормально зайди. Перезайди. Перелогись Мне вот показалось, что Акела поэтому ушла. Но, видишь, оказывается по-другому. пофиг. Ну, ушла и ушла. Сейчас лебедь вам пахнул. Ну, умер и умер. Самая прелесть была, что недавно это обсуждали, кстати, с одним замечательным человеком из Как Акела уже ушла, как ты говоришь, все, и вдруг... Как, спустя какое-то время Good Old Games uh, good говорит: old Мы games. официально купили все переводы Фаргуса и в, на русском и выкладываем их вместе с игрушками. Uh -huh. Это польская компания uh -huh. gog.com, которая тоже цифровой дистрибьюцией занимается, uh -huh. и все. И я такой: блин, я за всю жизнь. Сука! Ни одной бумаги с фаргусом не подписывал. Это как сука! Они купили официально пиратские озвучки. Мать вашу. Ну, и мне потом, ну, вот, история такая. Значит, уже нет Акела, ничего. Кто-то из Гога обращается к бывшим владельцам, значит, или совладельцам. слушайте, а вот да, так народ хвалил вот эти вот звучки. А можно как? А что нужно? Ну, бумага, что без претензий, там все отходят, рисуют вот эту бумагу так вот под стол. И сразу бабла. И, и все. Слушай, я, я, кстати, очень сильно удивился, когда эта новость пришла, когда я первый раз увидел, вот, я такой, это кто-то так хорошо сейчас присел на вот такую котлету. Слушай, да. там котлета, как выяснилось, была очень, не, не, не очень? Ну, такая, не прям, такая. да. Не на на месяц так. бы хватило, но а -а -а. не более того. А -а -а. Вот. Ну так, ну, дом поправить. Но людям понравилось, это факт. Потому что, да, далеко не все делавшееся тогда было прям замечательным, но миметичные вещи, определенные хорошие вещи там были, и народ до сих пор их помнит, и до сих пор обсуждают это дело. Ты когда... имеешь в виду и Да, и Фаргусе да и ну, там, вся вот эта эпоха, когда все это было не совсем официально, там попадались прям очень хорошие проекты. У меня, Я например, братенькая. у меня любимая локализация вообще игровая, и она из того времени, и как не смешно, это Red 2. Да. Я до сих пор считаю, что это одна из лучших вот, локализаций. При том, что сделано все было максимально просто. В три голоса вся игра. Угу. Видеоролики озвучены вообще за кадром. То есть включается синематик, ты слышишь оригинал, и Рогал Суховерка, по-моему, там да, был рано за, рано. за меча... Я прям... О господи, замечательнейшие артисты, шикарные голоса и шикарный голос. Да, и, голосище, да прям вообще. Ну сложно, таких больше не делают. Да, да. И это, и но ну, она была очень хорошо сделана. Mm. То есть это было прям с вниманием, как говорится, к оригиналу. При этом понятное дело, что люди не сильно вроде вдумывались, но они видимо, но слышали, делали как там, делай как я. И получилось? и замечательно. Я до сих пор считаю, что это прям ну, с любовью. Вот, почему? Да. Гриша Юрков, которого да, ты сказал, да, да, да. да, и который был звукорежиссером он был фанат, например, э, и «Варкрафта», а потом «Старкрафта» и как mm -hmm. раз Red Alert. A. И вот он делал, э, по сути, как как режиссер. Mm -hmm. И, и, и понятно, что все сидели, обра все, да. все обработки, все спецэффекты mm -hmm. все дел делал mm -hmm. он. Ну, Тогда-то это, ну то есть не было такого количества людей и у тебя не было исходных спецэффектов, которые... Mm -hmm. ты, ты не знал, что там наложено, да? это он, по сути один, он сидел и Лиза, по-моему, тогда. И была вот он в, в одно рыло, по сути, и, сде mm -hmm. и сделал вот эти приятные но он горел этими играми. Тем, да. которым он горел, они сделаны... Ну, естественно, Оно, кстати, конечно. сейчас примерно так же. Так, ну, я так понимаю, успех Фаргуса и состоял в том, что в целом была команда очень увлеченных людей. Да, то есть не, не, не людей, которые только тупо за бабло это делают, да, потому что им это нравится. Это нравится Саша зарплата была, ну, долгое время, типа, 280 долларов в месяц. Понятно, что это увлеченные были люди, я тебя умоляю. Ну, блин, ты в то же время мне говоришь, что было много денег. Так я тебе говорю, что Не у низовых, не у исполнителей. Не у исполнителей, больше всего денег было на складе, где просто торгаши, которые... Торговля приносила. А это, как всегда, те, кто выполняет... Основную работу, Те, кто они... торгует, разве не платили тем, кто производит? Так, Или... Ты же понимаешь, что сейчас ситуация абсолютно такая же. То есть, когда мы пишем... Так я и пытаюсь подойти сейчас Это к нашей ситуации. Это ничего не поменялось. То есть зарабатывают те, кто продает финальный продукт. Подожди, а не... но продает как продает? Продает... Ну, раньше физически, теперь, а теперь, фик, как? теперь электронно и физически. А есть. где я электронно могу купить Steam. русскую озвучку там чего-то? Ну, если она заявлена, то в Steam всегда есть. В Стиме, есть, ну, да? В GOG всегда ну, была раньше. Как онлайн-магазин, ты Epic просто Games картой бам и покупаешь. Всё, да? и там полностью готовый продукт, то есть тебе ничего не, не, не нужно делать. То есть сейчас, я так понимаю, если раньше продавали диск с игрой, то сейчас продают русификаторы, да? Нет, сейчас продают тот же самый диск, только, да, в электронном виде. Сразу с озвучкой. Ну, скачиваешь и все. Ты же пользуешься наверняка... Кинопоиском. Да, вот, по ну, сути, я то и пользуюсь самое. плойкой, я же ведь могу электронно купить. Да, а, ну, вот образный Steam, это, образный Steam это твой PSN. Один а -а -а. в один, ничем sure. не отличается. Uh -huh. и... Меня сейчас ПТСР будет, а не ПСР. Что за ПТСР? Таких разговоров. Саш, давай о чем-нибудь другом поговорим. Чего ты к играм привязался? Почему? Я не знаю, ну. Саш, какой твой любимый микрофон? Я сейчас прям микрофон какой-то. Я не испытываю какой-то либо тяги, какой-либо тяги к микрофонам. Страсти, ну, кроме физического притяжения, чтобы голос звучал на микрофон, как бы ты ни отклонялся, Но какой-то у меня привязанности к Нойману или к, к аудиотехнике нету. Я Фига мы реально что... перешли на микрофон. Я сейчас охренел! Я думал, это прикол. И ты сейчас в конце скажешь, что ты. Да подожди, я еще не закончил, да? не знаю, почему ты вдруг завел разговор про микрофон. Сейчас, стоп, я... давайте я выступлю. Давай, давай мы закончим про микрофон? просто старую... Старую, старую, старую школу. А, О, я, не школ. знаю, я на тебя сейчас СТС. показал... А, не а, по... не давай не драться, я а показал я плане не в Какой драться? <laughs> давай мы уйдем в современность того, что да, сейчас современно. происходит. Долгое да, время у нас же было большое да, количество всяких да, официальных работ, вот все было хорошо, случилось, что случилось, и сейчас мы плавно двигаемся к чему-то другому, и давайте поговорим об этом. Как я мощно Про микрофон лично. Поэтому ну, про э, видеоигры не только я хочу поговорить, но еще и Сергей. Почему мы так двигаемся? Что ты... а, да. Сейчас, подожди, а про микрофоны мы что, Прильни К микрофонам, да. Мы вернемся чуть позже. Тебе в 9 уходить, я помню это. Я поэтому и хочу про микрофоны. Да подожди про микрофоны. У тебя чё? тяга к микрофонам? А что это часы показывают? Что а, такое? Они? а что? Пол восьмого. А, пол восьмого. А вот это что за стрелка? А, да это... Откуда я знаю? А, ну, я для красоты я понял, просто. Сейчас, Дружочки, кстати, видел, видел новый тренд? Надо под столом прятать часы, снимать да, как Макрон, Почему? Так, как Макрон. А, а что с ним? он во время интервью это сделал, теперь весь интернет бурлит на эту тему. Официально говорят, что типа очень шумели и давали наводки на микрофон. А подозревают, что Ах, просто... эти механические часы, так бьют, как за 100 тысяч евро могли смутить избирателей. Как вы лихо перескакиваете с темы на тему. Ладно, давайте немножечко, почитаем, расслабимся на донатах. Да. Flareu Films. Три легенды собрались. Спасибо каждому за все. Гении менеджеров. Знаем этих ребят. Спасибо, спасибо. Тамерлан, он же и старт. Тот самый тысяча. Спасибо. Александр, теперь огромная благодарность направляется в ваш адрес. Спасибо большое. Прежде всего, за организацию подобных стримов Существует... и деятельность да. в сети <существует>... в целом, а также за высокие оценки моих работ в конкурсах озвучки. Это очень ценно. Вопрос будет в следующем донате. Хорошо? А, Истар, а можно я сейчас вклинюсь? А, напиши просто в чате или где-нибудь. Это не ты а, был голосом Ксардаса вот в этой возвращении его и вот очень много чего закрывал в модификации я просто в теме. Это не ты работал, потому что если ты, то ты прям молодец. Я вот жму руку. Это было здорово. Потому что, когда я первый раз включил ты же писал для них вот эти вот недостающие реплики mm -hmm. а, там естественно все пришлось им перелопатить и местами он полностью переписывал целиком роли которые ну там Сардос uh -huh, вот uh -huh. это все вот это отдельная готики. да готики ну любительская модификация такая очень масштабная и некоторые персонажи там очень здорово записаны отличная работа была проделана ты молодец если yeah. ты то мы и ней. — Хорошо, сейчас маякнет. — да? В следующем донате, да? — В следующем донате. — Ах, как хорошо! Как? А я не, да. как я, я не сказал! — Как можно было? — Я тоньше работаю! — а, Да, спасибо большое, Тамерлан, спасибо. Аноним, а спасибо за вашу работу и талант. Как, на ваш взгляд, обстоит официальная озвучка игр сейчас? 24 марта вышла Resident Evil 4 ремейк, в которой Петр принял участие. Интересно послушать. Зачем студии заказывают озвучку и запрещают по покупать их игры в РФ и РБ. Слушайте, ну я бы мог про это опять же долго говорить. Во-первых, да. смотрите, есть политика, есть бизнес. Бизнес на все смотрит по-своему. Ну вот, условно, этот, как его, стрим. Стри... Да, Netflix. Netflix да, он, он сбежал, ну, там, то есть, в проявил секунды, свою да. позицию. Apple клал на всех длинный... И, вот э, длинное будет. яблоко свое, вот, и спокойно делает дубляжи каждого нового ну, выходящего там на, на Apple TV. Ну, есть целел. информация, что они как уй, будто уйдут, бы уже не для уй, нас делают. Уйду. Ну, как бы, да, но делают. Ну, то все же понимаю. самое, Electronic Arts ушла, но продолжает озвучивать на русском какие-то там свои игры, которые им важны. То же самое и здесь. Мало того, ну, то, что они запретили тебе покупать, это не значит, что ты не можешь купить. Ты можешь купить, просто Спробуем. через дополнительную прокладку нет. Да. Колобокс Store, пожалуйста, заходишь. покупаешь. Да. да, есть такой Клабок Store, да? да покупаешь <с все, <с что хочешь. Я имел в виду, что это реклама. Самонативная интеграция. Там смс-ка пришла, сумму прочитать. Спасибо, Котлетка капнула. Ну вот. Нет, в любом случае понятно, что все эти ну, обходов миллион существует, и, соответственно, русскоговорящая аудитория очень большая, она отнюдь не упирается, ну да, там, да. в Российскую Федерацию исключительно, но и в Российской Федерации продолжает платить да. деньги вот этим ребятам. Сейчас хочешь красиво скажу, бизнес как как вода, она обтекает все и проникает везде, прям на везде пролезет. Поэтому надо делать свои дела да. и смотреть вперед и двигаться вперед и все. Вот, поехали. Хорошо, поехали, да. следующий. Да. А, Егор Ака Дровосек. Всем здравствуйте, Петр. Спасибо вам огромное за перевод мультика ⁇ Ледниковый период ⁇ Первая часть. Спасибо, меня... это вообще, когда было... Так, а, так, до сих пор лежит диск и фильм Парни из женской общаги. Эти фильмы смотрю только в вашем периоде. бойс». Это Я даже Sorority название boys. название фильма. Могу это сказать. за кадре, да? Это ну как это пиратский Дома в Дом, там в да, начале двухтысячных. Ты и, же вот. много делал таких озвучек. Слушай, а, потому что тебе опять же то <как> нравилось, или ты за это получал какие-то несметные бабок? Нет, никаких несметных бабок не получал, но, но А, нравилось, и это кормил. И у меня еще был переходный период. Я с одной работой заканчивал, вот как раз программистской официально. Ты еще тогда не был актером. Да, и пытался как-то прописаться в актерской среде. Mm. А, а мне все актеры сразу, ну, то есть те, которые к нам приходили на ручку, они сразу сказали: там очень узкий мир туда не попасть, ты без образования и в жопу. Вот. И я пошел, но я просто нагло пошел другим путем. В любом случае ну и мне нравилось. У меня бывало так, что когда вот только начинал, я два фильма писал в первую смену где-нибудь на НТВ дубляж за кадром, потом два, например, Население, и проходил домой, и мы ночью с моей первой супругой Инной Королевой мы писали ночью еще пиратский фильм дома. Вот. И вот пять фильмов в день, и так на протяжении года, год, годов трех. Ну, ну, да, ну да, это, нормально. да, это путь, да, это путь. Тренировка, ну, да. Классный. Ну, Просто... У меня все началось в знакомство с, с Петей было, началось с фильма Укуренные в дым Я до сих пор считаю — Голос? ты ты куда меня подводишь? Я спрашиваю. Ты всего лишь голос. Так. Я помню, с каким диким удовольствием я включил этот фильм и влюбился через 10 минут. Это классно. И до сих пор в башке, когда я вижу Чича, Чонга, когда там звучит вот он, и другого варианта уже нет. Хотя я уже наследил за Чичи Марина уже в паре фильмов. Там только петь, это факт. Но это прям замечательно. Огромное тебе спасибо за это. Тебе спасибо за, за, за добрые слова, но мне кажется, у всех, более-менее или менее хотя бы хороших актеров, которые, которые работают с удовольствием, то есть я не имею в виду э, этот диплом, а именно те, которые работают, у, у каждого есть пара-тройка вот таких ролей, которые неотделимы конкретно от этого человека. Ну, то есть да. Даже, да, даже не актеров, да, ну там я имею в виду, кураж Бомбей, я когда mm -hmm. теорию большого взрыва, я ни в нем не могу смотреть. Я когда дубляжную версию mm -hmm, не слышу, mm -hmm. при том, что он вроде, ну... Не, не, вот и даже и не говорит, что он актер, mm -hmm. понимаешь? тоже в Кубике есть свои да, сериалы, да, тоже да. то ну в каждом в каждом из нас что-то есть такое есть, интересное, есть это факт. классно, что много как разных... это не странно, что на это даже не влияет уровень твоего профессионализма ты вот сказал про куража Бомбея. Это уровень вовлеченности Ведь в материал. вовлеченности в материал, да. Мне, мне же... кажется, когда вот, да, с удовольствием, ты видишь, человек что человек отдается тебе через... Да-да-да, он же переводил, видимо, да, это он же это и озвучивает. переходит в такую харизму, которая вот прям вот тебя, тебя ловит, и ты так да, вот, да, вот да, все, да, да, это, да. Да. это оно. Ну, это исключительно вовлеченность, да. Mm -hmm. да. Но если человеку нравится то, что он делает, я невольно все равно туда, туда, туда втягиваюсь, естественно. С... А? Так, что? М... что? Еще а, 2000 а, а, Пономареву братки. Если... О, Пономареву Братки. А мы пропустили просто, это да? Арсений! Позовала. Арсений, привет! Всем доброго вечера и спасибо за прекрасный вечер. Приятно слушать спасибо. мастеров своего дела, а в особенности Петра, ведь все в этой жизни забывается, а пока из во грехе не забудется никогда. Это тоже, кстати, это мем из э -э, Пармухи, которая. боже, слушай, слушай. Но она. Это не порнуха, это, скажем так, по, по нынешнему времени это легкая эротика вообще. Давай так. Сейчас любой парухаб заходишь, у тебя вот так вот глаза выпадают на. Что он делает? Как? Эти. Так можно было? Это устройство для этого. Короче, в какой-то момент мы настолько наблатыкались. Их было не очень много, но кто-то реально заказывал вот озвучку порнухи. До сих пор не пойму зачем, потому что а как оно это устроено? Это. Буквально 7 минут разговора, 15 минут... Да. 7 Происходящего. 7 минут, да, 15 экшена. И так вот, 4 вставки, 4 вставки, Экш... фильм есть. Прикол в том, что у меня не было такого оборудования, чтобы типа старт, стоп. У -у -у. Я тогда. И это помогло и помогает до сих пор. Я тогда все фильмы писал на прогон. То есть ты запусти... И см смотрел. Я вот над, над, над... Дело в том, что я... В одной программе запускал фильм, запускал Sound Forge параллельно, и все. Пока до конца не дописал, ты просто mm. ошибся, не ошибся, если ошибся. Я маркеры успевал ставить и mm. потом возвращался в среднем за фильм, я тебе могу сказать, я 3-4 раза ошибался. Прикинь, вот за полуторачасовой. Как я это не опыт, про... блин. Не, не пропорнул, Это нам наблатыкался настолько. На порнухе чаще. На порнухе, другое. На порнухе, на микрофоне была такая кнопочка, его можно было выключить. Ну, вот. И вот ты это, это 7 минут поговорили, выключили. Пошел, чай, а дальше пошел, давай, можно давай. чай попить. Можно попытаться повторить то, что видишь, на экране. Я веду к чему. Я веду к чему. И поначалу делали переводы. Ну, прям вот перевод, перевод. А потом мы поняли, что в принципе хватает примитивного знания английского для того, чтобы, ну, если от себя аккуратненько так mm -hmm. в Никокусечку идти, будет нормально. Поэтому было, было несколько, э, кроме лабиринта, это цитируется в серебре этот фильм, mm -hmm. были еще несколько фильмов, которые, в общем. Какой-то вообще в сеть не попал. Пираты Карибского моря, где я про поездку в Америку свою рассказал и встречу там с, с армянской братвой. Там, там все есть. В общем, забавно. И это... Слушай, вот это доставляло удовольствие. Ну, реально ты кайфовал. Потому что... Ну, это стендап, только без ну, зрителей. Ну, ну понятно, да. понятно. Да. Да. Ну, понятно. Ну, мы, мы, мы такое и в официальном тоже. Ну, когда у тебя, грубо говоря, слов не хватает, тебе надо чем-то довешивать. И да. просто останавливаться, это себе дороже. Это останавливаться, поиск точки на Ну, пятаками, не довесишь, вот это, не поедешь, сюда, поэтому, жим, да, да. Вот, и мы там такое довешали, конечно. Борис Новиков, а, Скорпион, спасибо большое. Спасибо. Борис, я хотел бы задать давно волнующий меня вопрос. На какие шиши существовали пиратские студии, которые поставили производство пиратских локализаций игр на поток? Я не про СПК и таралеши, хабакряк, жабакряк, а про фаргусы, седьмые волки и так далее. Спасибо. В смысле? Мы же вроде это же, чё, ну, да, ну, обсудили это на какие-то... Ну, если очень... А, это что? Же... Ну, хотя бы мы об этом... Был время... давно донат? Закон... донат. Ну, донат. отвечая, да, грубо говоря. А продавцы заказывали... Ну, там все простая схема. То есть сложно... сложности там никаких особых... Наоборот, было. первые, я могу сказать, что первые официальные компании появлялись и существовали на шиши, которые Но... зарабатывали пиратские. А как они были связаны? ну вот, например, Акела и Фаргус были некоторым образом связаны. Вот мы и открыли и разработка... эту связь, так. Нет, это, так, что, так, она, так, это так, секрет полишинения. Вот. Но я к тому, что разработка там Корсаров первых, которые, которых никто никогда не видел, потому что они были в виде Воркрафта э, первого mm -hmm. сделан, когда вид сверху, и там пиратики ходят. Она велась как раз на деньги, которые из прибыли Фаргуса доставались. Реально всегда, ну, не всегда, а очень часто пиратство бывает, ну, как двигателем прогресса. Ну, no, да, просто. Просто-напросто. Да, да, просто. Да. Ну, то, то, то же самое, что ты и говорил про официальный Microsoft и неофициальный да, Microsoft. Да, да, и, и, и и России, и да, и про многое другое, да. Да, да, да. 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 А, так, Костя, Костя. Кот, а, Петр Красавчик. Ну, и Сергей, и <laughs> Александр, конечно, тоже, а... Давай почешем. Орка включили. А нет, ты этот самый как его. А... Я очень гибкий Мердуза. красавчик. Мердуза. <свят> а, волнительный. А кто еще? Кто еще? Как, как не Петр бухал с голливудскими знаменитостями или как-то пересекается? Кто еще? Кто еще? А, кто еще, как Петр, бухает с голливудскими знаменитостями бухал. или как-то пересекается? Бухал, или бухал, бухал. Сейчас да? уже где, где мне с ними побухать? Если только их тут с парашютом А бухал с ним... со знаменитостями голливудскими? Так, слушай, слушай ну, ну, ну было, да, да. Да? Да. Ну главное, что было, чек. Ну, э, ну это... Все, не вопрос. Это не спецзадумка была, короче говоря. Да, так вышло. получилось, да спасибо большое а, в любом случае Штрабас получился огонь когда стали говорить про пенку и гаврилина стало страшно за него <с людям за меня страшно. Это мы еще прищепки на сосочках не принесли. Что Что вы? Подождите, мы только начали. Мы же к Пармхабу только подходим, подходим. Прищепки, но я же прям ощутил это всеми сосочками своей души. Сахарные сосочки. Там прищепки есть. Другие места. ССС. Сахарные сашины сосочки. Хорошо. Петр, а вы дружите с репетитором? не под сосочки будет сказано. Еще как, с Борюсиком, да, к сожалению, он сейчас под последние, последние месяцы, для меня, к сожалению, он в Израиле. Долго мучился без работы. Потом я ему даже помог найти ну просто свел двух человек, Борю и вот этого э, товарища, которого я давно знал, и который работает в Израиле, но он наш. Наш. И у Бореньки работы прибавились, все. А мы как-то вот очень редко пересекались и особо не знакомы, как-то не странно. Ну, хотя я знаю его. Так, а, Елена Лютик, Елена, привет! А вы привет, все друг привет, друга привет. знаете? Ну да? конечно, а -а -а. Это, же, это же мои любимые зрители. Это что? А, здравствуйте, дорогие легенды. Я не по теме, но очень благодарю Петра за озвучку принцип Персии. Джиллинхол в вашем прочтении так благороден и обаятелен. Спасибо. Да, надо мне было без лица сегодня сидеть, потому что вообще вот прикинь, Джиллин Холл. Что? Что? А чем тебе не нравится Джиллин Холл? Статичное, при том изображение телефона меняется в лице, когда ближе под нас. Да, извини, что я не испортил всю романтику. Да ладно, у меня с Кевиллом теперь та же фигня. Ну ладно. Подожди, но Джелен Холл сейчас, ведь в, в каком-то фильме весь такой раскачанный, мощный такой. Да и, и там посмотри, вот, там, да, да. Я, я почему-то подумал, что ему нарисовали этот, ну то есть это какая то некая графика. Не, Нет, что, то есть он Это графика что? Он называется. Же такой 5, был, 5 дней парень. в неделю в этом в тренажерном зале. Видимо, по 5 часов. видимо да. И да, биодобавки там. Ну да, естественно. И, да. и, и маленький договор и, в контракте, что если ты не будешь вот да, таким да, к этому да. числу, то по ты тебе заплатишь я... столько денег. <laughs> — А чем он тебе не нравится? Что такое? — Кто? Никем? Да нет, я, я говорю, что... — Не ну... въехал. Это я очень... жираф сегодня, сори. — Ничего а. страшного, что э, очень часто лицо и голос э, — две разные вещи. — Ну, конечно. — ты, да, да, ты влюбляешься в персонажа или, или в голос, а потом видишь его лицо и такой... О, у меня так было, по-моему, с этим с голосом, с голосом НТВ, э, еще старым, ну... Не знаю, начал двухтысячных, если он был такой прямо там. Да, 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 был дело. И он такой сморчок, какой моржичный вышел вверх. откуда он берет этот звук? Чем он говорит? Радик рассказывал такую же историю, когда девочка увидела, и он прочитал в ее глазах все. Но когда она услышала и всегда фанатела от этого голоса... Папа, не ешь! Был плакат «Папа, не пей!» В случае Радика был «Папа, не ешь!» Да. Ну, ничего. Ну, в общем, да. Мы все тут едим, а что нам еще делать, А Этот момент, когда голос придал герою дополнительную жизнь. Так что Спасибо, ты большое. Спасибо жизнь. Елена, огромное. Это... Да. Артур Хамедулин Здравствуйте, Сергей Хотел воспользоваться моментом, так сказать И поблагодарить вас за озвучку бандита Килла Из Джона Уика 4 Шедевральный смех О, вы уже посмотрели? Круто А он вроде как пару назад вышел Вот-вот-вот, прямо вчера А, уже можно? Уже Он уже кассу рвет Он уже чебурашку футболит Конец рейтинга просто Я с удовольствием Я вот Джона Уика посмотрю Мне нравится все это дурь Они такие про бабу и фильмы я обожаю да, 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 баба да. яга баба яга а, так елена лютик спасибо еще раз елена сергей Елена, и... вы на, на шахте золотой работаете я не могу понять вы кидайте сразу сразу не надо саша не надо кидать он богатый он сам нам платит чтобы пришли вот а Сереге машину менять опять кстати год прошел да в смысле ну смысл год все я как не встречаю Сергей, он так знаете, блин, так удачно купил. Вот ровно перед да, кризисом да, 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 да. Там, У меня такая, у меня такая, а там лев, а там это сам, летящий орел, а там еще что-то. Я ух, думаю. У меня, теперь, у меня теперь моя супруга, Настя, она, 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 она каждый раз говорит, Настя, пойдем просто посмотрим. Я Нет! <связано> сидеть никуда не поедем! Все прошлые разы просто посмотреть! Очень плохо кончались. А ты скажешь, тогда я в Быкеев с тобой больше не пойду, <связано> или там куда они нас таскают обычно. Хофф. 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 Хофф прямо спас нас. Хофф. Хофф. Елена замечательный дизайнер. Она делает очень классные и постеры, в том числе и а -а -а. подарок делали. да. Она очень классно рисует и фантазия у нее замечательная. Класс. <годно> Лена, здоровья вам uh, и yeah. больше денег. Серغ... Еще. Еще. Делитесь на. А, фу, а что? У меня, у меня куча детей, жен. Да. А я, я ждал, когда ты наконец подключишь вот это еще. Да, да. Мне Надо семью давать. кормить. Мой дом Нахер. Нахер. Сергей, ваш ведьмак идеален для Генри. Спасибо. Это просто восхитительно характерность персонажа зашкаливает. Подождите, спасибо за это. Твой для Кевила, да? Да. Сериал, который. А сериал это я. А для чего? А там они в сериале кто? Они в сериале А в игре кто играл? Нет. Ведьмака. Сериалный голос за рубежом да Кокол. Я этого товарища знаю. — Какой? Кокол. Что он делал? Он Кокол. Кокол не, мужчина на самом деле фактурный, и здорово работает вообще. Он там же кучу наград получал за Ведьмака за только как угу. его изобразил. Вот, но, к сожалению, потом я его услышал в еще одной замечательной игре, называется Spell Force 3 И я понял, что мужик только это и умеет. Он да, умеет хорошо, но вот только так, по-другому никак. Но он одет. Да да. Кокл Так вышло. Артур Камедулин, не смех, а голос не так выразился, простите. Не смех, а про смех было. Что у тебя был там шедевральный голос? А смех, значит... Смех, кстати, там был. Нет, там смех хорошо было, Мне понравилось. Там вообще, я тебе рассказывал. Если человек написал не смех, если бы он хотел поправиться, он написал и смех, и голос. А не смех. Смех — говно, а голос нормальный был. Тяжело как-то сегодня. лучше чего, держись. Информация поступает в ушной канал. Степан Гамосик. Вспомнил, помните мультфильм «Полный расколбас». А «Храбрый перцем». Можете рассказать этот про... Видимо, про этот проект. И можете рассказать про актеров Илью Бледного и Вячеслава Баранова, которые вместе работали над игрой Dragon Age Начало пробуждения». Dragon Эйдж». Я Dragon потом Age. вот про Dragon Эйдж» пройду. Я считаю, что это вот вторая. П простите все, кому нравится. И простите, коллеги, не к вам претензия. Но вот есть э, самый большой яркий провал в локализации вообще в России. Это был Mass Effect uh -huh. Золотое здание, которое разнесли... Ну, за дело разнесли. Клонили Там еще и... Вообще еще подковерное было, все не очень хорошо. А второй это Dragon Age, который, это же игра от Bioware, когда Bioware еще делала прям очень хорошие игры, прям просто великолепно. И сделано оно, ну, честно говоря, не совсем хорошо а, Кто, бывает. издатель Electronic Arts? Э -э Электроники, да Да, значит, делалось это вот ровно вот здесь, вот за стеной Ну, это вот, пожалуйста Все вот тут вот Я тут ни при чем, что ты так на меня посмотришь Нет, я наблюдал, как это делалось И ничего не сказал? Я вообще был не в материале, вы что? Я знаю, что эту студию практически на эти деньги построили. Вот это ну, все. Ну да, 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 убега, безобразие. да, А, это было оно, да? Это оно. Это да. что это было? Что было это? Масс Эффект сначала, а потом Драгоны. Dragon Age. Dragon Age, Драгоны, да. да. И все слили, да, провалили. Все и... ясно, Саша. Да? Ну мягко ясно. говоря, мягко. Да? Да. Слушайте, рассказывать про Илью Бледного и Славу Баранову, если мы сейчас начнем, то тогда просто на ваш ответ, на ваш вопрос мы будем отвечать ближайшие два часа. Это в общем. Давай по одному предложению на каждого. Каждый скажет: давай про Илью бледного по одному предложению. Замечательный артист. Вопросов ноль. Ну, ну, даже не знаю, что еще добавить. Замечательный артист, но отказался прийти ко мне в актерскую курилку. А... А мне Илья очень нравится своей нежностью О -о -о. и, и со своими с ногами, э этого ногами этого самого Лесли Нильсона и 33 кошками. <с glasses> О! Помнишь, рекламу Кафе? Да. да, -да, -да. Илья да -да -да -да. офигенный. Да. Папа давай. Слушай, я с ним не знаком, не работал. Я Брабарану. знаком, он замечательный. Он был такой классный. Он такой яркий, такой харизматичный. Такой вот просто такой, ну, я не знаю, очень дружелюбный, мегапозитивный и очень креативный. Я с ним начинал «Мстителей». Вообще всю вселенную, вся вселенная «Мстителей» начиналась с него. Он ее начал. Дальше люди подхватили и сделали то, что сделали. Он заразил ее этой энергией. Прямо вот уже он никогда не показывал свою слабость. Он всегда был очень мощным, позитивным человеком, да, хотя он очень сильно болел уже в то время. Вот. И он мне запомнился таким искрящимся, ярким и очень солнечным человеком. Про Славу скажу, что вот самое главное, это мой любимый, я его считаю лучшим режиссером дубляжа. Просто вот однозначно. Человек с подвижной психикой, с которым невозможно было работать потому что ну, мы, мы взрывались но когда я прикручивал фитилек или вообще все все идеальность можно было по его текстам можно было писать с листа дубляж это второе он был у меня на дне рождения и на свадьбе за что ему спасибо и я очень рад на первой свадьбе, на второй, к сожалению не уже не был и четвертое, как... самая моя любимая его роль это учитель физкультуры в алисе леззне гости из будущего mm. раз два Рез-два!» Это вот он. Это слава баранов. Если кто не знал, посмотрите, улыбнитесь. Да-да-да-да-да, класс. Ай, да. А, Тамерлан, он же и стар. Сергей, здравствуйте. Да, к и многих других возвращений делал я. Молодец. Да, молодец. Какой -то, какой -то, правда, я. Молодец. Я был под впечатлением. Данный мод вообще был моим тренажером озвучания. Я на нем учился. Благодарю за лестный отзыв. Придите, когда вот то, это вот учился. Он потом придет и порвет нас да, всех. Да, конечно, Нет, да. я прям серьезно. Заодно да, и неплохо. Там пара-тройка пара, 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 фраз Петей записано вообще на телефон в туалете. А тут рядом как раз вот был... И ты прям молодец. Туалет. Да? А я обычно там и пишу. Я не отрываюсь, Я должен был. Нормально. Дэн, вы легенда. Слушаю вас и кайфую. Отдельное спасибо Сергею за Алана Уэйка. Надеюсь услышать вас и в сиквеле. Да. Да? Ну, да. Про... Сиквельну... Секундочку, про ремастеры и сиквелы. Тут в чатике частенько возникает вопрос про ремейк Резидента, который выходит. Кто-то... Четвертый, откручивал? который? Да, да, естественно. Меня не было. Mm. Я не знаю. Я вроде как получается, что я там звучал, но 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 я не знаю, озвучил это и старые игры взяли или угу. новую. Просто мне недавно недавно написали буквально вчера, что типа вот тебя услышал. А, в, мы заговорили про Resident Evil про 4 Resident. ремастер. Да, 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 да. Вот. — Ну, честно, не То есть вполне могли взять из старого, да? То есть там, я так понимаю, обновили графику. — Я не видел в руках. — Тут очень много нюансов. Ну, то есть могут и взять, но там много нюансов. Иногда же там есть проблемы с тем, как-то этот звук был загнан в движок, сожрет ли новый движок вот то, что было записано, попадет ли это в тайминг и так далее. — Может, там звук 4-битный вообще. — Естественно, чтобы вы знали, что у нас есть индей, которые мы все подписываем, когда озвучиваем игры. И поэтому о чем-то мы... Мы можем говорить о чем-то, не можем говорить. Но если мы не можем говорить, мы говорим так, ребята, об этом мы не говорим и все, да? Ну, да. Стоп слово, я не знаю, можно придумать стоп слово. Банан. банан. Я стоп. не знаю, почему так. Нормально, мне нравится. Да, банан. 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 Иногда Бананы. это просто банан. Банан. Так, что то куда-то уехала? Да-да-да, уехала. засаленная, знаешь, когда вот это вот она прокручивает быстро. Она засаленная. Засаленная по другому да. Ванюша, тысяча. Александр, это вам. Ну, успокоительные. Хватит меня тролли. Терпение. Терпение вам, с двумя-то троллями в комнате. Вот и я говорю. Это Жарков подключился к Я знаю, я выяснил, я недавно писал, записывал как раз с Ваней. Ваня говорит: так типа, я нашел корни у себя все-таки сам. Он же уезжает. Куда? К сожалению. Ванька. Ванька, да. А, Туда понял. к боре, боре? Вот, да. нашел корни и как бы я печаль. Я говорю, это я должен уезжать. Я сдал генетический тест, и у меня получилось, что я на 54 или на 53% эм, еврей. И я очень прям такой думаю. Я должен ехать, но меня никто не приглашал. Я думаю, Поюсь. тогда не поеду. Ну, у них я, в список есть, там ниже 50%. Телефон -то. переверни, по этот ДНК-тест тебе сейчас пришли. Без приглашения я не езжу. Я считаю, что значит без приглашения куда-то ехать? Ну да, это как чужой гость. Надо, чтобы меня там ждали, звали. Сейчас звонок поступил. Вот когда наберете 55, тогда и поговорим. Обо что мне надо потереться? О боже. Так что Наванюша Ванюша, пишет? Петру спасибо за готику за полицейские будни. Сергею за утренние новости и Ведьмака. Вообще, вот эти все спасибо говорят о том, что, в принципе, все хорошее мы уже когда-то сделали. Вот тебе, правда, за Джона Уика прилетело. Ну, только что свежее. а тебе за резидента. Так непонятно, может... Там спасибо или, ну, типа, ты что натворил? Сказать, что в чате написали, что был новый дубляж на резик на ремейк. Да. Вот, Но ты да. просто, может быть, не уловил. Тебя да, позволили, я... а ты забыл С спросить Саша, что ну ты там пишешь? в общем наборе э, игр в, в этом валу не всегда понимаешь. Ну, да. Раньше, как ни странно, в фарвесе более душевное было отношение. Ну, да, ты хотя бы соображал, что-то озвучишь, тебе что могли mm -hmm. что-то А тут ты приходишь, тебе дают тексты, не всегда картинку и так далее. Может быть, поэтому и возникают косяки. Почему, кстати, возникают косяки? Потому что не, у, у режиссеров не полная информация по играм. Или почему? Почему вот это? вот срань возникает как с этим уже вот у меня есть у меня есть, там у меня есть очень очень развернутый ответ не хотелось бы слишком долго это будет но в да. принципе по большому счету если вот прям утолкать это все в один ответ у нас отсутствует прослойка видеосаунд продюсера у нас такой такой профессии в целом вообще нет она есть везде во всем мире в каждой из стран а в том что он числе это, это человек который по сути отвечает за связку между заказчиком и финальными исполнителями А как тогда они работают они работают через менеджеров, но менеджер это, не, это человек, у которого основная задача это сдать проект, закрыть все галочки, отчитаться перед руководством, говорить, у нас все сделано в срок, дайте премию в двойном объеме, потому что я все сделал раньше. Ну это я прям совсем утрирую. Я и... понимаю, и... я понимаю, я понимаю. Но а почему? Ну, неужели потому заказчики что не контролируют этот контролируют. процесс? Но кто со стороны заказчиков обычно контролирует? Ну, ну, вот на в кино сидит этот самый сидел. С э супервайзер супервайзер. Он всегда он сидел на одном проекте. Понятно, да, да, но, но, но все-таки такое было, а И на играх говорим, такое большой... бывает. И на играх тоже бывает. Иногда под контроль идет. Ну вот на играх, например, Blizzard ну, типа, обычно и, контроль жестче. И тогда все получается? В целом да, но не без косяков тоже. Но опять же есть есть косяки, косяки Слушайте, и чаще всего это зависит от локита, данной конкретной игры. И надо сказать, что когда только локкит Локализейшн кит это, что такое? -kit. Kit. А, это sorry. когда материалы которые тебе передают а, партнеры с той стороны по которым ты должен работать да, 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 да. Ну, то есть ты не сам взламываешь игру как делают пираты а тебе <laughs> типа дают сразу эти материалы yeah. ну, вот. но иногда локкит сделан гораздо хуже чем делали программисты когда взламывали игру yeah. и когда у тебя все было yeah. разложено по и... И... условно Персонаж, есть его фразы, он отвечает на какие-то вопросы, но связи между персонажами, да. вопросами и ответами нет. То есть, у тебя есть все фразы, да. да. Либо и вопрос, ты хрен знаешь, на что ты отвечаешь этой фразой. Кстати, в готике такого было дофига, когда мы вот официально для Акелы писали, писали много месяцев, почти год, вот очень часто были просто ну, какие-то слова, странно, с чем они блин. связаны, вообще непонятные. Ну, и это бесит. С, да, ну смотри, ты же понимаешь, что локализация игры, это все-таки ну, продукт сильно-сильно пост. И, и издатель... Он волнуется за сам проект, а за локализацию это знаешь такое очень местечковая тема. Ну, блин, Есть она, нет это не вопрос 35-й. Ну, Главное игру продать, ну, а не локализацию. Но для производителя же аудио составляющая очень важна. Да я... для безусловно, своя родная. А локализации это, да это, 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 это 35-й вопрос. Я просто знаю, что ну большие компании у них даже они специальный бюджет выделяют для того, чтобы пригласить известных актеров дубляжа там. Да, ну каких-то заведений. Ну там немножко по-другому это работает. Смотри, если берем вот прям вот серьезные большие студии, то, например, вот самый яркий пример ⁇ Rockstar, которые вообще запрещают локализовывать игры на местные языки, вообще на языки. Потому что у них есть понимание, ну это создатели GTA Red Dead Redemption, они понимают, что, во-первых, эта игра дико объемная. То есть там одни, это вот я как раз знаю, там звуки пробегающих мимо просто вот граждан вот в этом большом городе писали полгода. Полгода писали просто пробегающих людей, которых ты в игре может и не услышишь никогда. Я молчу про то, что главных героев там искали по всем штатам полтора года, просто кастили полтора года. Жесть. Они запрещают, у них, у них запрет стоит на локализацию на то любые есть, сабы, другие языки, только, да? только субтитры. И ну, Они, во-первых, понимают, что это огромный объем на которые тратить деньги не очень хочется, потому что, ну, явно не от объем. А во-вторых, они понимают, что вот такую сложную структуру, которую они создали, она у них работает, и здорово работает там. Атмосферная. Куча... Да. Там, да, ты прям реально, ты вот вот ты вот в этой ситуации, mm -hmm. ты весь погружен там. Ее не восстановить в условиях локализации. Ну понятно. где-нибудь день прям... кто-нибудь что-то просрет, и это повлияет на продукты восприятия. А просрет обязательно. И просрет много, и ну его нафиг. А по поводу игры, вот если брать, да. вот смотри, есть западная компания, которая создает игру, и там разработчик, вот он передает издателю, ведь Озвучивает, и локализовывает, это же не разработчик это делает, это делает компания-издатель, которая связывается с, там, с нашим местным отделением, или здесь кому-то, значит, партнерствует с кем-то, и у нас здесь занимается кто-то другой изда изданием этой игры. И вот они суживают какие-то деньги, они не очень большие, потому что нахера много денег. Вот локализуйте там здесь игрушку. На продаже локализация, к слову, звуковая, влияет не очень сильно. Но то есть наличие субтитров уже влияет достаточно. А вот mm. звуковая локализация, она безусловно дает определенный процент okay. продаж, но не очень okay, большой. Окей, окей, окей. Давай инфа из подошли, подошли, давай. подошли прямо к Хогвартсу, который давай. сейчас. Да, да? Давай. А давай, как, как они тогда собрали 2 миллиона за 10 дней? Фанаты. Очень громкий проект, фанаты. Да. Ну, а почему И, раньше не собирали? А, И самое главное, смотри. А кто должен был собирать? Да. Официальная компания собирать донаты на... Да, да нет, Я не, 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 я не официально. Не официально, а раньше, поскольку выходили официально, да, то это было бы... Их могли бы... Конечно, да. Чпокнуть, а тут да. сейчас никто не Да, чпокнет. ничего никто не может. Они, чукай, собственно, и Они же этим и занимаются уже много лет. Они делали локализации для тех игр, которые не локализовывались в России. Games Voice, Mechanics Voice Over. Вот сейчас вот две самые крупные два столпа, которые все это тянут. Мне кажется, это все одно. Они делали, да, они как раз для тех игр, для которых не делалось вообще. А, То есть, про что ты говоришь, да? То есть, они могли взять игру, где есть только субтитры, и сделать на нее свою альтернативную. Да, при этом для того, чтобы не попасть в рамки вот пиратства именно... И поэтому и при этом не переп... получить по шапке. Дел... Не получить. А как? Это юридически ты абсолютно... Это Почему? модификация. Почему? А потому что это модификация официально. Ну то есть это прям вот если идти к юристам и серьезно разбирать этот yeah. вопрос, то то, чем занимаются Games Voice, Mechanics VoiceOver, mm -hmm. это модифицирование игры. То есть в, лок... в лицензионном соглашении любой игрушки... То есть, типа кавер. Нет, это не кавер, это, это, ну, мод, ну, это мод. Ну, грубо говоря, вот у тебя... Ты играл в Last of Us, у тебя бегает там по экрану, например, Джоэл. Да. Да, а да. модификация может заменить его на большегрудную... Петушка. Или петушка. Да, маленький Я... петушок. Так... Да, да, но... Я понимаю, да. Но вот при этом это и Джоэл, будет, да? Но Нет. только голос Петушка. Нет, Нет может на быть и, 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 и он может не выглядеть. То есть как они петушок. могут и. А, это будет... а может быть и Джоэл превращается в да. Петушка? То Или есть, это Петушок это с голосом Джоэла? А это возможно сделать? Легко. Да. Да, ну, да вообще ладно. Да. Просто, да. Игру можно модифицировать. Дела скин, с петушка. петушка. Просто, да ну, ладно, что? Правда? Можно вообще все поменять. Афигеть. И избукнуть. Мы говорить его, Сереж, я ему все расскажу. Ты, ты, человеку да раскроешь, подожди, судя подожди. по всему, целый Нет. мир. Так, что-то там ну, были см... какие-то моды. То есть все, кому не лень, кто разбирается... Ты смотрел «Матрицу». Давай сейчас копню издалека. Ты смотрел «Матрицу». Ты помнишь, как героям загружали в бошку? давай. А, вот это, помнишь сцену? Нет, сейчас, сейчас, подожди. Смотри, пошла, пошла. На пальцах объясняю. Смотри, помнишь сцену? Что такое? Они чистые. Почему на твоих... Мои рваные. Рваные, это мои, Гаврилин. Написано Гаврилин, а на моих баланс не написано. Что за говно? Я ухожу. Что у вас тут бардак какой-то? Да, смотри, матрицы, Помнишь знаменитую сцену, где он говорил, нам нужно много оружия, быстро. И вот эта куча оружия внезапно из ниоткуда появлялась. Вот модификация работает примерно так же. Гениальный программист, я сегодня весь день это буду делать. Гениальный программист сидит, собрал, и он просто берет какой-то определенный кусок кода, пишет его, встраивает его в игру, это делается разными путями, очень на пальцах объясняю сейчас. Да. И он может заменять как оригинальные ресурсы просто взять вместо джоэла петуха туда, понимаешь? Петушка П -п -п или петушок, да вот. Или, например, звук поменять. Или Мазь может быть есть. там не знаю текстуры поменять М -м -м. на более хорошие, опять же это тоже модификация. В нашем случае вот то, чем занимаются ребята, это прямое, это обычная модификация игры, потому что М -м -м. они не не нарушают серьезные лицензионные прям э ну тогда э подожди, ну тогда по сути пираты, которые сейчас пиратят сериалы и фильмы Фильма, Нет. Они тоже выпускают мод Нет. к фильму, Нет. К звуковую Нет. дорожку. Нет, Нет если, и они продают, и я... если бы ты просто голоса тогда... Да. да если бы просто выкладывали звуковые дорожки, как я у себя на сайте, да. у меня на сайте Glance.ru, я очень долго выкладывал свои пиратские озвучки фильмов. Так. А, просто, просто дорожка голос. голоса. Так. И зрителям, желающим, предлагалось просто подставить ее. То есть 5.1, ты давал 5.1, да они Да нет, не в убирали... смысле сводить, ты можешь параллельно с, эм, поскольку это одноголосая А, озвучка, выбрать это, просто это, дорожку, это, почему, да? Почему мне не, не ты... понимает ни хера? Ты за, ты за, в одном плеере потому, запускаешь Потому что, ты, что ты гениальный программист. <laughs> в одном фильме <laughs> а запускаешь я фильм со человек. звуком. А, в, а, в, а на телефоне запускаешь звуковую дорожку. Дорожку с русским голосом. Ну все. у тебя получается закадровый отзыв. А, Понимаешь? И все. И никакого пиратства в этом нет. Yeah. А вот если ты выкладываешь оригинальную дорожку, которая модифицирована с наложенными туда вот голосами, а еще и видео, а еще и с рекламой всяких потрясающих вещей, то это уже пиратство, потому что ты зарабатываешь на, по сути, пере при перепродаже контента. No, на перепродаже. А ребята, которые занимаются вот Games Voice и так далее, no. они ничего не продают. Вообще ничего. То есть, максимум, за что их можно где-то подтянуть, это за то, что они влезают в файлы игры. Но очень малое количество компаний западных за это наказывает. То есть обычно на них, ну, вот так, модификации вот так, продлевают вот. есть, жизнь играм. То есть, по жизнь сути, жизнь сейчас. — Абсолютно у всех, да, маломальски понимающих в этом деле людей, развязаны руки в плане игр, то есть Саш, вот, делай и не хочу. — я да, тебе больше скажу, есть ИИ, которые генерят картинки, <говорит> фильмы. <говорит> — Нет, а, это я знаю. — да, да, подожди, да. у всех развязаны руки, музыку, <говорит> просто в микрофон как-нибудь заливистый и, и что-то на выходе. Положить, это можно я, продать. Я вам больше скажу. Вышла уже и, и озвучка Хогвартс Легаси целиком. Там один парень заморочился, загнал весь текст в ИИ, вытащил да, его да. и сделал модификацию, которая уже доступна была чуть ли не через неделю после Жесть. выхода. Да, звучит это, естественно, отвратительно говена, но это уже готово. Притом... Да, да. Добро пожаловать, в Александр, в, в, в наш поганенький 2023. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ты думал... Думал, все было плохо, и ты хуже не будет. Поверь. Я мне. не один такой. Нас 719 человек, я 720-й, пацаны. Господи, что вы все здесь делаете? Идите к своим женщинам, мужчинам, собакам, наслаждайтесь жизнью. Это на Саше. Я пришел за деньги. Сергей. Я теперь не понял, нахрена я пришел? Погода отличная. Гуляйте, с дочкой вон играть, как я, в Так, хватит меня троллить. Троллить вообще. У меня же. Она увидела. Пипец. Прям, хочу, хочу, да. вот я сейчас... Офигенно. Алан mm Ти. -hmm. Uh -huh. Ничто не истина, все дозволено. Как вам вообще серия Assassin's Creed? понимаете вообще, за что они борются и зачем? За все хорошее против всего А все плохого, я уже не помню, так... если вы, честно, вы я хотите помню хотите поли политическую какую-то вот, ну, новую историю? Легко. Я, я например, да, нет, я, например, нет, политическую не надо. Полицейсты. Я не к тому. А я, как я понимаю, но поэтому я в Assassin's Creed и не играл. Дальше. Я сказал, что мне вообще не вся эта серия игр. Слушай, нет, я Знаю, я играл практически во все. но, ну, правда, доходил до конца в единицы. Одна часть мне действительно нравилась, но по одной простой причине. Помнишь, была серия про кораблики там Black Flag, она, по-моему, называлась, какая-то, четвертая, какая да, четвертая да. часть. Я в нее, я прошел ее, играл ее, просто прям с большим удовольствием. Это Когда там викинги уже были? Не, викинги это уже моя тема. Да. А, это было сильно до, до, до этого. этого. Там в оригинале озвучил замечательный артист Мэтт Райан, которого я делал в качестве Константина в мультиках. В сериале. Я где-то его тоже похоже, Замечательный делал, актер, да. валит с шикарным говором, и я сидел фига, да хер с ним. Когда он разговаривает, ты сидишь прям... Давай, давай, скажи мне что-нибудь. И я прошел только из-за этого, я прошел целиком игру. Гламурная неваляшка, привет. Всем привет, я не играю в комп-игры... но она мой постоянный зритель. Джей Воробей снова с нами, враги. Давай, продолжай. Хватит, хватит. А, я чувствую на себя ответственность, понимаешь, за вас Чувствую, за вас. чувствую, бесполезно воспри... Тебе, а, не, тебе нет, капец -то дело, Поэтому терпи. А, Вот, вот, вот Я даже сказать ничего не могу Начал. Читай, да. давай моих, э, Я не играю в игры Моих гламурных мозгов хватает только на Тетрис, Змейку и прочую мелочь Поэтому просто и со вкусом Самое Вы мои голосовые есть. краши с детства <с Саша Это я а, Петр Кто? Саша да. Петр? Да. Петр. Петр. Петр? Петр? А, и Сергей. 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 Да. Сергей. Да. Преклоняюсь перед вашим талантом. Вы живые легенды. Спасибо Жив большое. Зачем живые? Просто делал. Саша Сразу так прочел, что они Вы они пока живые легенды. Сейчас мы разберемся. Костя, Кот, Александр, вот не могу найти кнопку кинуть Петру или Сергею. Тихо что, тихо, что Тихо! Тихо! Гусары молчать! Да-да-да! А, приходится кидать в общак. Вопрос не про игры и микрофоны, а к Петру. Сценарный бизнес в ЛА теперь накрылся. Сергей, вы не Да дум... это к Сергею это... дальше. Давай мы Сценарный положим. бизнес в ЛА накрылся? Одно Он без был? другого. Не, смотрите, все очень много копродакшена продакшена было у нас, да? Много наших нашей продукции, особенно мультфильмов. У нас замечательные мультфильмы, всякие там, например, Три кота, Фиксики и прочее. Он продается на запад, и так далее, и когда начали строить вот эту вот стену вокруг, все зарегистрировали юрлица где-то там в Армении, еще где-то, и продолжают работать там прекрасно. Вот так. Все, все страны. Бизнес, короче, как сказал да, он Сергей, найдет, он может. обтекает, очень, обтекает. Очень обтекаемый. да. да. Mm -hmm. Поэтому мне ничего вообще нигде ничего не накрывается. Да. Все работает. Спокойно. Все хорошо. Все под контролем. Mm -hmm. Вот Сергей, вы не думаете кайф. открыть свой канал Мини-чатик, например? Это очень много времени Мини-чатик Если вы хотите меня послушать Я каждую с... неделю стараюсь по выходным писать подкаст В основном там, естественно, игровая тематика Но на ММР, ПГСУ, там я вот в прямом эфире Ну, не прямой эфир, записанный прямой эфир Там есть если... На большее мне, мне на это-то силы уходят Так что я домой приползаю Так что простите, но на, на канал не хватает прям. Не хватает что что на, на твою... канал а, да, Кидайте больше, да? И хватит, глядишь на канал Сергею. А Что-то они там делаете? часы снимают, они по времени... Ажима Хрутуту руты. Часами. А знаешь, что он мне написал перед тем, как я говорит, кофе тебе взять? Я говорю, да, возьми кофе с ванилью. Он мне пишет, ванили нет, кокос будешь? Нормальная замена ванили, За что купил, за что продал. Это мне продавец говорит. Я вообще тут ни при чем. Закапывайся дальше. орех, кокос. Я говорю, орех, кокос. Кокос. Я быстро приехал сразу. А ты не неравнодушен к орехам, кокосам? Я люблю кокосы. Я так и думал. Как там было, банан, да? Банан, <laughs> Стоп он... слово банан. Да, да. Да, банан, <свят> банан. А, а, Петр, у вас есть общий э, телеграм-канал, видимо, или YouTube? YouTube есть? Вот, слушай, YouTube и он есть. По... По Ссылочки в описании. К а, этому заг... Загадка, кстати, Сергей. Для Загадка, дыры. Ты сказал, что бизнес, если не зарабатывает <свят> денег, он <свят> закрывается. <свят> вот YouTube, это как раз тот самый... Бизнес, я его делаю, ради... я его делаю ради кайфа, я трачу на него время. Ну, реально, приходится. Да, регулярно. регулярно. Что я делаю, делаю по сути один. То есть у меня есть э, переводчица э, Даша Фирсова. До нее была еще более лучшая переводчица Дашу никак не, не могу научить, чтобы, чтобы она укладывала ритм. У нее у, у нее получается, то есть листа такой дубляж не запишешь, потому что то... надо, то он... наоборот вот так. Надеюсь, она послушает и Ей станет хоть когда-нибудь стыдно. Вот. Да, а дальше ну то есть Ролики, обложки, монтаж, все делаю я тихонько дома на коленке. Регулярно ну, смотрю. Ну и, и, собственно, больше. я к тому, что вот yeah. это бизнес -мин. Но я понимаю, что, во-первых, мне самому нравится. Ну, mm. ну не... Веселый материал. И я понимаю, что ребятам, которые приходят, им тоже надо разгрузиться. И, и это прям да. хор хорошая штука для повеселиться. Ну, там парнишка такой креативный, да. Э, Оригинальный-то да, Райан, да. да, да он да, он, да. он, он прекрасен, прекрасен. Хотя мудак вот. Почему? Потому что половину роликов пришлось убрать под замок. Ну, он мне прислал Страйк, и я попытался с ним связаться. написал писал там на все возможные адреса значит, письмо предложением, что тебе мой маленький канал, и, а, тебя зато в Россию mm. узнали благодаря этому, yeah, 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 yeah. и что тебе жалко, mm. что ли? Пускай выходит. Если что, давай мы там как-нибудь... Хотя я всегда... Mm. Ты говорил, начала... что ты пишешь всем, да. С самого начала, нет, я к тому, что я всегда указывал источник, то есть yeah, всегда yeah, yeah. указывал его ролики и так далее. Но нет, он сука не ответил мне на одно письмо, ну вот... Hmm. Ну, это бывает иногда. У нас есть, у нас есть ютуберы, которые нехило так поднялись на западном контенте. Да, да, есть. Да, да, да. есть канал Странное местечко, они переводят вот эпик NPC Мэн замечательные, кстати, ребята, Шикар. но они, но они по-моему, договорились. Я видел еще, по-моему, раньше взрывной ранчо. Там вообще прям они договорились: что монетизация уходит оригиналу, а какую-то рекламку он вставляет с и мистером сам чуть-чуть зарабатывает. Такого много, и это работает. Вот жаль, жаль, что, кстати, не отвечает. Потому что, ну, вы, ты же окучиваешь новую аудиторию. Почему бы нет, ну получай ты копеечку отсюда Ну сейчас конечно, не полу... он, сейчас, конечно, не получай Но тогда а он получай полу... Ну если он будет монетизировать этот ну, контент в... Он будет получать все, р... он. все российские просмотры не участвуют не монетизировать? в а -а -а практически. Да, вот так... Там все очень сложно Сейчас там без, без, без пол-литра не разобраться Понял Тут небольшой вопрос, а секрет. Наливай mm -hmm. Давай. А Где послушать подкасты Сергея, спрашивают зрители канал ММО-РПГ СУ в ютубчике вбиваете. Большой канал. Существует очень-очень давно. Ну, ММО-РПГ — это жанр игр, а СЮ — это тот домен, на котором они были и остаются, по-моему, до сих пор. Вот там раз в неделю стараюсь. Не всегда получается. Мужчине напротив тебя, да, это надо пояснять постоянно. Мужчина? Мужчине? Посмеетесь, посмейтесь. Капитана мужчине! Литмотив всего выпуска. Отлично, отлично, отлично. Браво. Неви, здравствуйте, дорогие ассасины. Хочу у вас поинтересоваться, можно ли как-нибудь связаться с Акеловским звуковиком первого Assassin's Creed? У меня к нему большие вопросы. Вы ну, про Гришу, что ли, Потому что ассасинов мы писали с Гришей, я помню, это точно. Да, я не помню и не знаю, но... Наверное. Ну, я. Вы напишите вопрос в чате, да. а мы передадим. А да. в следующий раз, э, серьезно, передадим. А, а ответ Саша вам в следующем. Нарисует. Нет, Но с... я просто в с Гришей выпуске Я Очень давно виделся. Я могу ему просто позвонить, задать а -а -а. вопрос, а -а -а. записать да, ответ. Мы... А, а вот так. Все да. же господа. Угу. <laughs> а, Роман Лэнг а, Доброметром. доначу под фамилией, ибо «На связи адепт полкино». У -у -у! Yeah. И Петр в рамках рубрики мускино когда когда-то сказал «Хорошо не шланг, спасибо за все». Теперь и сам веду свой подкаст о кино. Поклон полкино. Молодец, молодец, что не бросаешь это дело. Мы в итоге окончательно, видимо, забросили, потому что сил на такое мужество, как у нас было тогда, по пять фильмов в неделю отсматривать просто нету. Мы тогда ну, конечно, реально не кучу нет, времени да. тратили для того, чтобы выпустить пол полуторачасовую, ну, да. иногда и меньше, программу. Это пипец. Это антинаучно и невыгодно да. никак. Это никак, знаешь, Антон Долин, который посмотрел один фильм, написал 10 рецензий в 10 журналов, причем который больше заплатил там, хорошие рецензии, меньше полагает. Но это гениально, мы так не умели ну, да. И не умеем. Работали сердцем. Да. Тамерлан, он же и стар. Петр, в каких вы отношениях с Федором Суховым? В отличных. Верно ли, что он был вашим бывшим педагогом в театре что он на Был вашим педагогом да, в театре и, на набережной. Да, и потом педагогом моей старшей дочки был в театре на набережной. Хм. Вот. А, а, Вспомните немного то время. Александр, а это уже мне, видимо, а, да. Ни, нифига. А, да. а что вспоминать? С Федором все замечательно. Он до сих пор главный режиссер. И вообще, он, он же создал этот театр на набережной. И получилось как? Когда-то. Uh, лет в 14-15, нет, или в 16 я попал в театр на набережной, потому что моя девушка на тот момент восторгалась одним парнем из этого театра, как он играет. И я такой думаю, блин, что я чё, не смогу так, что ли? Я никого отношения к театру не имел. вот А потом, когда я попал в «Фаргус», я потянул Федор на озвучки фаргусских игр. Ну, у «Фаргуса» были там какой-то свой пул актеров очень небольшой, но у них Тогда вызвать актера это была большая проблема. Надо чуть ли не за неделю было договариваться, потому что их не очень много было. Вот. И не было такого, это что годы? я тебе из как, дома запишу. Это, это когда? А, сейчас. 93-й, 94-й, еще... вот да туда. Ладно, да там? Да. Себе. И, собственно говоря... Мы с тех пор постоянно общаемся, в театр я захожу там периодически. То есть ты по был тинейджером, по сути, да? по сути, тогда еще? Да. да. О -о -о. Ну так, ну не совсем. Уж прям тинейджер. Но, да, ну да, да, сколько там? Ну, 15-16. лет 16, 5, 15. не 15. этого а! слова. Нет, ну. <с фар> то <гаста> я уже в 18 оказался. 18, но, а. получается. Да. Так, так что вот, ты не проматывай свой. я не проматываю, да-да-да. Александр, участие в озвучении нашего сериала ⁇ Солдата ⁇ с Гриневичем было... Вашим первым опытом работы было вашей мечтой. Солдаты из Гриневича. Участие в озвучивании сериала Солдаты. А его вообще тонировали, что ли? Сейчас окажется, что да. Не, его тонировали, да. Блин, это какую-то вы какую-то глубинную копнули темную историю моей моей жизни. Еще Пусть и Гриневича туда прилепили. Андрей, кстати, не день рождения был. Он же снимал солдат. Да, да, точно. Да, 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 да. О, блин, как то давно было. ю Я Видео видел с дня рождения. Мне понравилось. Да. 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 Живые <с были? Были. На видео еще были. Класс. Леонид. Одному из лучших актеров дубляжа. Ну, кому-то из нас. Да. Да, да. Спасибо, <laughs> спасибо Леонид. Все, спасибо, Од Леонид. Одному сразу из лучших это всем Дальше нам, понимаешь? А? А? На ну, привет, Дима кинокиллер, Дима. привет. Дорого. Привет. Всем огромный привет. Знакомые все лица. Привет. Здорово, спасибо дорогой. большое. Спасибо. Дай Арсений. Арсе... Сейчас подожди, мотану чуть-чуть вот -чуть сюда. Арсений Пичугин, привет, Арсений. Петр, спасибо вам за голос Тедше. Теджа из Форсажа. Спасибо. Ждем вас в десятой части. А какие были у вас эмоции во время озвучки той прощальной сцены из седьмой части с полом Уокером? Это это страшный вопрос. Сейчас объясню почему. Я большинство озвучек, естественно, уже не помню. Я поэтому, когда вы спрашиваете я не могу вам честно ответить на этот вопрос. Честный, точнее, один честный ответ не помню. Единственное, что тед же легко озвучивать. В десятой части обязательно тушка, чуть официально, неофициально, я не знаю, как, как его будут делать. Обязательно я поработаю с ним. Это точно. А это смешно бывает. Ну, например, не знаю, как у вас, ребята, пишем сериал, который мультипликационный российский. Mm -hmm. То есть, когда мы пишем прямо материал для, персонажа, для персонажа, там, да. Да. Mm -hmm. пишу дома я его. И вот мы записали две серии, потом они там на три недели mm -hmm. ушли. Через три недели у нас новые две mm -hmm. серии готовы присылать серии. Я говорю, хорошо, примеры голосов не пришли. Ну мы же вот недавно с вами писали. Это три недели назад милочка была. Я не помню вообще, что я придумал да, для какого быстро, персонажа. Да. Ну, это, ну да, да. При, это при том, что ты сам с нуля это делаешь. Да. А что да. уж говорить, когда ты за кого-то что-то сделал. Да, да. Ну, у меня вот у меня защитная реакция в организме. Я после, вот когда начал более-менее прям много работать, у меня в какой-то момент прям почти нервный срыв, потому что все помнил, все прям реально, вот все в голове, вообще все. А потом он сказал, ну, ты, товарищ, дорогой, как бы до 50 хотя бы дотянуть хочешь, хочешь, давай, забываем и у меня теперь вот как вот просто-напросто не лезь не лезь никуда я реально, вот, О -о -о. вот я уже не помню, что я делал вчера. То есть у меня вот отсекает да, да, только какие-то да, яркие есть. моменты, какой-то, знаешь, техническая какая-то максимум Короче, формация. начал да, освобождать это... стек. Да, 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 да. я по пол бутылке водки перед сном, ванна два часа полежать. Там всякие-всякие есть варианты. Разные разные есть. Я... От, есть. от разных да. актеров слышал да. разные. Рецепты от Петра. Нет, mm -hmm. подожди. Три uh, коктейля old fashion этим грамотом. Oh, oh, слушай, поработал красиво. с одной uh, компанией, которая выпускает... Сейчас, быстро. Давай. Выпускает um, вся... Ну, вот мышки, клавиатуры, наушники, периферии. Вот, я это Спасибо. слово искал. Yeah. Я уже, знаешь, у меня папа uh, лет года три назад не смог вспомнить слово «банан». Вот, я уже предв... а движусь в банан. это направление. Вот Может быть, да. Короче поработал с ними, озвучил, озвучил им э, как раз голос, который, знаешь, тебе в ушах говорят, левый наушник включен, правый наушник включен. А -а -а -а. И, ну, заплатили денег, все нормально. Mm -hmm. И тут вместе с договором они присылают бутылочку виски. Но какого виски? Односолодовый там банхан как-то там mm -hmm. называется. Mm -hmm. Я понял, что no... да, это вкусная штука пахнет дымком. Это который, Это... Э, этот самый? Банахабанин, по-моему, да, 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 вот, да. Вот, вот, да. вот, 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 Слушаю, хорошо, но... хорошо, хорошо. вот, вот. Слушай, но вот люблю какой таких душевных людей, которые, вот которые вот прям. С чем тебя надо брать? Понял? Не, не обязательно. Да. Меня не обязательно. В любой Просто есть есть работа, а есть еще что-то чуть сверху работа. Никто ни с кого ничего. Все все контракты были выполнены, понимаешь? Вот. Это приятно. Это всегда приятно. такое... Раньше было модно перед Новым годом вот со всеми, с кем поработал, ну, там, не знаю, там, Яндекс, еще, еще и тебе рас... начинают ну, перед да, Новым годом приходить да, какие-то да, да, там конструктор, да. там еще что-то, но все равно мелочь, но приятно. Mm. Сейчас что-то уходит. Mm, почти ничего не... Не, не, Касперский нет, хорошо. хорошо отличился в прошлом году, ну вот в <свят> наступившем. Они mm. а, набор для создания настоек. Причем очень интересный, да. Вот, вот это, думаю, хорош... Касперский. Прикольно. Tall. Молодец, молодец. Хорошая, хорошая штука. Александр Трем, 2000, спасибо. Спасибо вам за вашу работу. Петр, смотрел видео на вашем канале. Спасибо за озвученные игры. Сергей, спасибо за озвучку у Game Voice. Классная была озвучка немцы из Уика. Ваши старания и работы лучше. Александр, спасибо за озвучку в игре «Эликс». Я дал то... <свят> Я даже не знаю. Это что те называется. же разработчики, которые Готику делали, они вот следующие. <свят> а -а -а -а. да, ну, да. они ничего, уже... Я... А эти ребята, это вот, знаешь, такие упертые немцы, они уже 25 лет делают Эликс. Готику. Нет, у них просто каждый раз Готика один, Готика 2, Готика 3, потом такие, у нас Готику отобрали, что будем делать? Давай делать Готику, назовем ее Эликс. <свят> И вот они выпустили <свят> элекс 1, элекс 2, но это та же Готика, но молодцы, на самом деле. Упертые... Бадашка, ремейки. Ремейки-готики. Да. Вот. А, я, я вот сейчас скажу. Во-первых, я, я знаю, что русский язык там будет, и очень сильно надеюсь пролезть в это во все рано или поздно, пока непонятно, кто делать будет. А, это раз. Во-вторых, я просто знаком с этой командой, не, не лично, а так по их определенным ребятам. Я осторожный оптимизм испытываю, потому что вроде как пока все, что они показывают, это прям вот оно. Прям вот так, как надо. Вот главное не обосраться, потому что там вот очень легко так сирануть, что будет... Это будет конец. Шаг в сторону. И там вот эти гатаманы, как их называют, они прибегут, они разорвут. Можно один вопрос? Давай. А зачем нужна озвучка, если это ремейк? Или там что-то добавлено? Нет, это прям полностью переделано. То есть ничего от старого фактически нет. Новый движок. Нет, движок-то может новый я они, не, они расширяют то есть вор, сценарий, друг... сценарий чуть-чуть а, переделывают. Все. Ну, то есть, не кардинально, а так чуть-чуть, но. Это для... они, они закопаются там. Они вообще. уже зак... Ну, вот обещают, вроде как в следующем году выход, они вот показывают ролики показывают, ну, и показывают. Озвучку все. надо было тогда начать в прошлом, чтобы к следующему году как раз ровненько подойти. Пока вроде как она заявлена, но я не слышал, делает кто-то ее, не делает. Ну, выглядит мере. Да, выглядит хорошо. А ты будешь участвовать, кстати, в Хогвартсе? Слушай, меня все время спрашивают, ну не то, про Хогвартс, про готику. Если позовут, буду. Если не mm -hmm. позовут, mm -hmm. я я не стучусь mm -hmm. никуда. Ничего mm -hmm. Mm -hmm. ну прям вот Нет. понятно. <с Но <с они там за задумали... А кого я должен в Хогвартс озвучивать, если э, Гарри? Спас... Спасибо, Понимаешь? Спасибо сапай... Сашка. Спасибо, Сашка. Ну слушай, ну тут такое дело, что я только в одном фильме про Гарри Поттера поучаствовал, потому что это все было на мосфильме На мосфильме я заблоченный уже давно, до сих пор. Была же вроде анлок тебе какой-то присылали, нет? Короче, и я поэтому я не имею отношения к Хогвартсу практически никакого. <связать> не, я сейчас скажу, так как я с ребятами с Games Voice так более-менее, они не, они не очень сильно ориентируются на фильмы. Так что мы там все будем рано или по? Все, все мы там будем. Да, <связать> <связать> вот. А у них нет такой привязки, потому что это же событие происходит да, а не это... за сто лет. Да, 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 и они да, да. как раз не хотели, чтобы это было вот прямо. да, а сделаем как фильм их позовем всех те же. Нет, у них то такого. То есть, не будет. ты не будешь этого сифилитика озвучивать без носа, который? <связать> Опять шутки вот такие вот. Не, не буду, не буду, не буду. Но процесс, процесс... Это было бы, кстати, неплохо. Было бы неплохо. Такой прям, знаешь, типа... Это было бы хорошо. Но не, они вот прям, они вот заявили, что, дескать, мы будем аккуратно к этому всему относиться. Будут камео, безусловно, но будут камео, не более того. Mm -hmm. Молодцы, ребята, они хорошо подходят. Креативно подходят, молодцы. Да? Нет, молодцы. Mm -hmm. Посмотрим, посмотрим. посмотрим да. Ну, процесс-то уже запустился. Вот Слушайте, давайте куда быстренько куда про микрофоны я пойду. Да подожди, да, я да. что? Я да не... еще полчаса. Я, не... Полчаса я не пойду сейчас. Ну, про микрофоны. <laughs> <laughs> мы отвечаем <laughs> на вопросы. Да. Они Давай. никуда сейчас легенду. Я просто я к тому, что я. Примерно три года последние убил на поиск хорошего микрофона. Ну, ну ты... да, ладно. Я поскольку ты правда на эту тему запариваешь? Да, я запарился. я запарился даже не тем, что все прекрасные, каждый по своему хороший. Нет, как выяснилось. Все уши слышат по-разному. То есть даже mm -hmm. два режиссера, э, ш, звукорежиссера, что один, что другой, известные, там, крутые, и так далее, про, один, про одно и то же могут сказать совершенно Абсолютно mm -hmm. Mm -hmm. я Мне всегда был интересно, ну да, все на нойманах, а вот mm -hmm. что еще. Я, э, поднял какие-то советские микрофоны uh -huh. там 80-х годов, там еще что-то. У меня база микрофонов, музей можно уже фигачить. Ну, такое было увлечение. Так. Долго, мучительно. Ну, в итоге э, пришел через неватоны, вот как раз uh -huh. э, долго на них писал. В итоге 103-й Нойман, ну, Неватон, да, это питерские микрофоны, а, которые да. очень хороший союз. Вот говно Неватона, как так, ни странно. Да, я слышал уже да. донаты от Неватона. Да. Они, по-моему, сейчас уже практически не работают. Ну, да, меня НПО-экран они назывались какое-то время. Так вот, сейчас я не знаю, чего там все смотрят. Да, да, да. он вот а. начал. Я И не я... Раз... Один... Меня так получилось, что я нашел сначала одного мастера, который делает микрофоны. Uh -huh. Причем, знаешь, как сам das... делает, собирает. Да. Uh -huh. Uh, зашел какой-то, залетел дремучий uh, форум. Знаешь, где три человека обсуждают принципиальные схемы микрофонов радиоэлектронщиков. И знаешь, и у них трек такой страниц на 400. Вот они там друг с другом тихонько в течение 10 лет перетирают, а я напаял вот сюда туда. Ну, то есть, прям видно, люди увлеченные. И вот связался с этим мастером. Прикол в том, что человек разработал принципиально новую схему. Мы все работаем на микрофонах, схемах которых, в принципе, разработаны лет 50 назад и ничего нового не делалось. Ну, А надо ли? Подожди. Жу. Не, Мы с ним крутили, вертели. Он, к сожалению, Дмитрий живет в Ижевске. К сожалению, я в том плане, что каждая пересылка, итерация там в всего этого уходил достаточно много времени, он сдел действительно сделал очень хорошую схему, но у него проблема с капсулями. то есть mm -hmm. у него капсули он берет партию китайских капсулей, потому что Китай сейчас все копирует, mm -hmm. и соответственно все эти в... ноймановские капсули они делают тоже, вот он берет партию из 100 штук, у него три идут в работу, остальное выбрасывается, ну пожалуйста, говно. Mm -hmm. Mm -hmm. вот и и потом я как-то у Кирилла Туранского, я думаю, вы все его знаете, да, 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 наверное, он вдруг у него появились вместо 87-х нойманов, привычных и дорогущих, да, они да, стоят да, как да, самолет, да. там 200 mm -hmm. тысяч. У него микрофоны АРК. Я такой, интересно, что это за фигня записал, ну, uh -huh. и забыл. Тут буквально месяца два назад что-то в Авито, мне фигак микрофон АРК выпадает. Uh -huh я пишу, значит, чуваку, но а, ну, я бы хотел бы посмотреть, послушать микрофон. Мне он там отмечает, что, знаете что, у нас нет тут выставочных образцов, угу. у меня очередь на три месяца. И, типа, и... Нифига себе. Ну, вот, ну, я такой, ладно, я тертый калач. Угу. Напрягусь. Ну, вот. Я писал, ну давайте там, встретимся, я, может, подъеду. Мне просто записаться и все. Угу. И я при -при приезжаю, далеко достаточно ну в Москве ну прям mm -hmm. не не в центре мягко говоря приезжаю э, человек выходит меня встречать э, Василий э, мы заходим к нему в студию он ну такой объясняешь что все во-первых весь деньги заплатил пошел в жопу mm -hmm. значит у меня очередь у него реально небольшая комнатка вот чуть больше этой танки станки еще какая -то, ну то есть прям реально замороченный он вот. самых делает mm -hmm. Я захожу про пишу пробу в этот микрофон. Я говорю, мне пробу записать, вы мне скиньте. говорит, главное, чтобы трак чистый был, чтобы никаких эффектов не навешано. И, mm. ну вот. И после этой записи я выхожу. Он говорит, а вы? Я говорю, ну да. А что же вы сразу не сказали? Я говорю, ну вот дайте послу по послушать. Дальше ухожу домой, сам слушаю от звукорежиссером, и Василий Архипов пошел mm -hmm. навстречу. Он говорит, ну я могу допилить, как вам нужно. Я говорю, давайте mm -hmm. допилим, сколько нам итераций на это нужно. В общем, мы заморочились mm -hmm. с Василием. А он сам музыкант изначально, mm -hmm. и у него микрофоны больше, они получаются вокальные, инструментальные, mm -hmm. а вот не для вот этого. Я-то пишу в основном ну, голос, рекламу, конечно. да, mm -hmm. и, 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 и кино. Mm -hmm. И, и мы повесили 87-й микрофон Повесили uh -huh. вот это вот так Мембрана к мембране Стали писать разные сочетания Он тут же свой открывает, перепаивает А, слушаем, uh -huh. открывает, перепаивает Вешаем опять, записываем и мы потратили некоторое uh -huh. Некоторое время uh -huh. на это Но A я, few moments later Я yeah. хочу сказать, что в итоге на выходе Как говорят уже несколько звукорежиссеров Получился просто супер микрофон uh -huh. По записи Поэтому я уж не знаю, как там дальше пойдет. Я его только первую неделю э, юзаю mm. и, соответственно, надо во, во всех mm, да, амплуа да, его да, попробовать, да. чтобы понять весь его ди диапазон, это. да. Но мне кажется, это прям вот микрофон но это крутой под... микрофон, который можно будет купить за 35 тысяч рублей, понимаешь? И Но всё. он именно под твой голос. Нет, он не он в целом. Идея была сделать микрофон, который бы как раз под мой это голос можно сделать. Он у меня, ну, то есть, у меня есть свои пределы. Но как только приходят к такому микрофону, который под мой голос, моя супруга, у которой высокий, резкий mm -hmm. голос. Вот, она говорит: ты там просто вот это вот mm -hmm. все лезет, знаешь, песочек. Да, — Да-да-да. — да. Вот. Поэтому нужно mm -hmm. именно правильный был микрофон mm -hmm. такой, чтобы и чтобы звукорежиссер говорил, «О, вот из этого я соберу тебе чего угодно». То есть это тянется во все mm -hmm. стороны. Поэтому, если вдруг появится ARCFED, э, это микрофон э, вот Василия Архипова, mm -hmm. Glance Edition, я, 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 за, я за него поручусь. Я вот к чему. Потому что время потрачено, надеюсь, не зря. Вот. Но и сам, Здорово, сам да, про круто. это расскажу. Я круто. к тому же прикольно. Круто, очень круто, интересно. Круто, круто, круто. круто. Да. Да. А этот, эм, вот Василий, как раз, он подошел схема как раз старая, У -у -у. но он взял какой-то китайский завод, три года его воспитывал, У -у -у. научил их натягивать мембраны, ему делают, ему делают именно. Саму начинку, вот эту мембрану, ну, она выше на голову всех просто, которые рядом. Вот. вот что бывает. Круто. Не перевелись же, еще прям, да. всю, Все, да. рассказал. Ну, просто ну, идти Давайте отвечать на Прям заморочился, потому да. что я ну, пока что еще не шагнул <къем> на этот уровень. Я, ну, просто... я, я в этом плане вообще держусь. Я думаю, у меня максимально дерьмовый микрофон, меня чтобы тоже. меня не трогали. Только для Ютуба новости вот этого хватает. что Ютуб все равно все поганит, откровенно говоря, по звуку до сих пор. Ну, я начинаю тоже потихонечку стареть и приходить к тому, что надо какой-то максим... подобрать микрофон, который бы отражал все нюансы твоего Голос, потому что ну. он уже, ну, воспитался. Голос же ведь это наше Короче, домашнее через, животное. через да, пару лет Гланц Эдишн, Глав... Гаврилин Глав... Эдишн, Пономарёв Эдишн. эдишн. Обвесы АМГшные тут, знаешь, спойлер тут еще знаешь. Пономарёв Эдишн, а спойлер от Гаврилина, да? Но а провода же, от Гланца? Это же круто. А потом они соединяют. Ой, да? не, мы туда не пойдем. Так, да, про соединение ты что-то это Тут вопросик. Чат прям в Давай. Кого Петр в «Гарри Поттере» озвучивал? Боюсь соврать во второй или третьей части какого-то отрицательного персонажа. Я помню, ну молодой парень, не взрослый человек, а там такой... Лубы, когда приехали к ним здоровые, школа в гости, вот там одного из них. Точно. Точнее не скажу. наверное, поймут. Так, 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 так. Это было. Game Voice, да. А, Костя Кот, зачем рассказали Гаврилину, что можно раздевать персонажей в играх? Один актер дубляжа. Но мы решили спасти его брак. Просто. Дома он все уже раздел. А так добавится интересный что-то. За буквально пару часов до стрима у меня в ленте новостей мелькнуло как раз таки с модом на новый ремейк Резидента где главный герой в одних труселях. Да. Это классно. Это, а, самый... с... это смех вообще. Самые просто, скачиваемые леопардовых... моды во... на все игры вообще существующие, самые ска... это нюд-моды. Всегда, да. везде. Первые Я же не моды, уверен. которые ходят почти всегда, это нюд-мод. Это правда. У меня дочь играет в Год Simulator 3 и в Гус United. Там что-то как-то с обнажёнкой в целом плохо. Ну, там ну, можно побрить козла. Другой гусь. Хотя, поверь мне, там тоже есть. Поверь, гусей тоже. Я дочери сегодня изобрел двух супергероев. Дочь приходит такая. У меня вообще самые крутые супергерои. Значит, пеструшка, это ее любимая курица. Пеструшка, аниматроник, там еще что-то. Я говорю, а у меня пара супергероев, которые работают вместе. Гусеница и гусь. Она говорит, а какие у них суперсилы? Я говорю, гусеница, она супермедленная, поэтому она умеет останавливать время. А гусь супер долбаклюй. Он клювом проклевывает все на свете. Поэтому, гусь, если вы нападете, гусеница остановит время, а гусь из вас сыр дырчатый сделает. Все. Мстители, которых мы заслужили. Она так обиделась, такая говорит, а как же, а у меня пеструшка там, у нее там платиновая, там, считай, я говорю, нифига, гусь всех пробивает. А гусь его <сёк> <сёк> <сёк>. <сёк> а, Шок-контент. С Александром как-то не захотел разговаривать или с усмешкой общался киноактер? Это кто тебе так? Вот кто, кто это? <сёк> <сёк> это кто тебе, так сказать, по сусалам-то съездил? <сёк> я я что-то сейчас запутался. Часто ли бывает такое у гостей со стороны актеров в кино? Петр, вас не обижают. А? Может, про Илью Бледного? Может попробую. быть. нет не, не, не я вообще я... С с сложно. Сложно сочиненные вопросы. Я что-то куда-то улетел в какую-то параллельную. Выйди реалистис. и зайди нормально. Да. С mm. Сломали. Да. Сашу, нового. Да, сломали. Да. Так, все. Платон. Добрый вечер, Саша. А почему вы умолчали о своем участии в озвучке Киберпанка? Да я там какую то да. ансамбль... Да. Почему, Саш? Там я не умал сразу, на... при том, я говорил... Вышел вот там, вот прям на Тимирязевке, и прям орешь. Я да, поучаствовал! Кибер... Уже а при втором а про... там уже рядом и, и скорая подъезжайте, финазипамсра, да, участвовал, участвовал. <связан> Каждую неделю отсюда забираем, ты достал. <связан> уже, <связан> уже при втором прохождении игры во время миссии Королева автострад узнал вас. В королеве, конечно! Вот поэтому ты промолчал Королеву озвучил Отстань! <связан> опять! <связан> да, уйдите отсюда! <связан> <связан> Джи, враги! Королева бензоколонки! Саня! Ампулашечка Не уйдешь, никто! Заводите пойдешь? моторы, пристегните ремни. Мистер Гланс, скажите что-нибудь голосом смешера. Каждый раз, когда я вижу подобные комментарии, я представляю, как будто длинная палка такая начинает... Давай, танцуй, танцуй, танцуй. Я бы сказал, напомните, как он говорит, сэмпл. Кто это? Булочник, спасибо за хороший вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо. Соли Добрый вечер, приятного настроения вам, Узбекистан на связи. Привет, Узбекистан. Привет. А Егор Ака Дровосек, тот самый, который был в начале. Александр, спасибо вам за озвучку Донала Глисона из бойфренда из будущего. Да-да, хороший фильм, кстати, прикольный такой. А вам, Петр, за адама драйвера из фильма Любовь и никакого секса. А вам, Сергей, за Ведьмака. Огромное спасибо. вам всем спасибо. Кстати, Адам, Драйвера я тоже, кстати, от нас наследил. Да. Это вот этот вот странный непонятный юноша, который в «Звездных войнах» новый, который ушастенький. Да, наши, наши да, ну, Адам Драйвер. национальности. Хороший, кстати, Л хороший, артист. любимый актер. Кто Гуччи снял? Кто Гуччи снял? Да. Я не помню, а, но я он он помню, делает... что я Драйвер мне понравился в «Девчонках», а потом ага. в этом пат или в какой то паттерсон на это другое и так далее не он действительно талантливый очень хороший да как его ну как его снял то гуччи да как раз за кто гуччи он у него в каждом фильме просто снимается Саша ты почему запоминаешь как мужики гуччи снимают это сам дольче габана зачем тебе это помнить я не знаю такой я? Я. Кто Гучи снял? Кто сейчас ну, Гучи снял? Я за ним пойду. Горичи, да, горичи, Алло, алло Скорсезе, кто, Гучи снял? Да не Скорсезе, не Скорсезе. Гай Ричи, Гаричи, Ричи Гай. Гай, гей, 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 а, враги. Ридли, Ридли Скотт подсказывает. Ридли Скотт, вот, а, Гай да, Ридли да. Скотт, да, Ридли Скотт. А, Тамерлан, он же и стар. Да, сериал «Солдаты» тонировали. Александр Рыжков дублировал сержанта Рылеева. Саша. А в эпизодических ролях мелькали Александр Вык. Мелькал, значит. Да, я помню, но было, было, да, солдаты, да, какой-то сезончик, не первый. Он там играл, да, да, Антоха, да, молодец. А Гриня что-то, да. Пётр тоже там засветился, ему достался персонаж наркоман, вон написано. Видишь как? он не был в оригинале наркоманом. Так получилось. Сейчас будет жесткая шутка. А как бы это просто съемки документальные, там все нормально. Нормально был пес. Ну что? Валера! Я, кстати, наркомана тоже играл. Да? Играл? Ужасно, да, снимался в кино. Это возвращение Мухтара. Ты был песом наркоман? Да. Да нюхался. Это моя боль. Одна из первых моих... Один из первых моих засветов в российском кино А кокаинами медведь не ты? нет, это был не я. Хотя очень похож. Очень похож. И следующий будет дельфин под Виагрой. Виагру запретили, брат. Все, теперь не будет. Просто дельфин. Конечно, ее запретили. Наркотики Да, это однозначно. Мы против. Посуждаем, абсолютно, да. Но поржать над этим можно. Над этим, не под, а надо Вы поняли? Сверху. Сверху. У тебя лопата размером с дом. Копаешь и копаешь. Каждый раз просто капаешь. Александр лопаты капает. О, oh! шутки за 300, а uh -huh. за 400. Брать будете? <laughs> а Никита Прозоровский даже снялся в одном из поздних сезонов. Да, ну, я, вполне был, вероятно. я кстати, Да, кстати, помню. Да. 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 Мы с Никитой в одном сериале тоже снимались тут недавно. Да? Да. да. Что за сериал? А Индия, Индия, банан. Нет, нет. Помни банан. Не грози Южному Централу, пока ешь банан, попивая там что-то. Бутово. Павел, благодарю гостей за их работу. Александр, не думали позвать Василия Зотова? Как он вообще? Последний раз слышал его в «Киберпанке». С Васей мы списывались недавно. Я думаю, он замечательно. Он в театре играет. И мы не так часто пересекаемся, потому что все перешли на одиночные записи. Но в последнее время, кстати, я заметил, что начинают опять собираться такие кучки закадристов и писать фильмы. Но, видимо, бюджеты... Ну, да, появились новые веяния, типа редаба, когда сидят куча, там, 4-6 человек и пишут псевдодубля. Серьезно, Серьезно, Это сейчас очень практикуют. Ну, денег нет, а надо, Да, да, да. такое. Вы просто закрылись у себя в будке с пальчиком, с доступом, и все. Мушек ну, там натягиваете. Каждый любит как, как, как хочет. Вот. Да. Сергей дома принципиально не хочет работать. Вот. А я, наоборот, принципиально да. работаю дома. Я вообще очень я домашний. Я не осуждаю вообще. Мне нравится, мне комфортно. Я работаю иногда, у меня бывает там, по 12 часов в день. Серьезно. То есть я То никогда... оттуда и не выходишь практически. Ну, бывает, бывает так, что да. Ну... Это просто кап это капец. Еду туда тот. Не, мне нужно, понимаешь, это кабаки с колен поднимать. Кабаки с колен. Вот где как раз то, что ты видел видео, то, что ты видел это как раз в гостях в моем кабаке. Нет, это в квартира 44, А Она еще, кстати, квартира 44 еще норм. Все три, да. Все три живут? Да, Потихонечку. Но это нет ты так говоришь, будто это я лично. Ну, не один, конечно, понятно, что компания. Но. Молодцы вообще. И сейчас люди что-то... Период был, да. Лю люди стали выходить опять, стали общаться. Это очень хорошо, конечно. Запираться вот именно психологически в доме или в самом себе, это очень опасно. Нужно, ну общение нужно, поэтому я сижу, сижу в будке, но на выходных иди меня лови. Так, сейчас промоталось у меня секундочку. Тот самый Михаил, привет, тот самый Михаил. Тот самый. Тот самый, тот самый Михаил, это тот самый Михаил, я его знаю. Какой это Михаил? Тот самый. Он приходил сюда, да, мы с ним, он приносил мне всякие призы и подарки. Спасибо тебе. Петр, спасибо вам огромное за Дэдпула. Спасибо. Ваши шуточки и сама озвучка Дэдпула это высший класс. Сергей, а вам спасибо за Ведьмака. Вы очень круто звучите за Геральта. Александр, а от вас ждем игры стримов и опроса насчет прохождения следующих игр. Ох, сколько тебе открытий, что? Игра стримов. Да, да, да. Мне вон, смотри, сколько дисков подарили. На Твиче, что ли, стримить будешь? Я и в Ютубе стримись. Саша, ради денег вообще наш Он может спины крутить, что угодно. Нет, нет, нет. Что, что, что? Я нижний брейк Это ты за деньги только приезжаешь. Приезжаю к тебе, да? если я еще бесплатно буду к тебе приезжать, ты прикинь, это вообще что за бред? Я тебя забурась Это, раз это, это слухи по Москве поеду. Конечно. Опять. Я уже даже боюсь тебе звонить, уже даже боюсь тебе писать. Я боюсь, а что, что дальше, я разрушу что -то? то нежное то чувство, крукое. которое между нами было. Но я в плане если будет, да, да, да дружбы и каких-то вот взаимоотношений, понимаешь? Мне уже страшно. Сп сп спасибо, что ты боишься. Я надеюсь, ты будешь бояться тридцать. Сука! <ох ihm> <с OFFICIAL> uh, игра, игра и история, игра стримы уже все у меня. Истории на гранях. Уважаемый Петр, у нас тут собралась компания актеров и ведущих областного масштаба. Получили грант, <сörý> <сörý> оформили <сörý> студию настольно-ролевых игр D&D и еже с ними. Сделали небольшое интро. Хотелось бы слышать в нем ваш голос где-то на 2 метра. Где-то 2 метра. Подавис... Можно обратиться? Два метра. На чужой гранток не раздевай, Ротал. Слушайте, это удивительная тоже штука. Хочу просто, наверное, для всех, для всех сказать. А, конечно, можно обратиться. Мало того, если зайти на... У меня до сих пор Glance.ru-то сайт существует, он ведет на странице ВКонтакте. Второй строчкой сверху напишен... Напишен. Напишем. Написан e-mail. Для... Он для всех открыт. То есть даже если вы не зарегистрированы, он просто вот мой, написан. И там написано, есть что-то по делу? Пишите. Нет упорно люди, знаешь, там в комментариях к 60-му видео, Петр, а как с вами можно связаться? Сука, у тебя вторая строчка сверху, вот реально написано. А самое обидное, это когда ребята какие-то обращаются через вот эти фирмы-прокладки, этих много. Купи Сашу, продай Вову, вот эти вот все. На, нет, um, нет, все мы нет, их знаем, нет, да. Брат, как, где, брат, можно, брат. где можно заказать озвучку? Как происходит заказ такой озвучки? Ну, да. С этой фирмой обращаются, говорят, за сколько сделать? И я там называю свою сумму, она очень часто бывает не очень большая, потому если что я всегда интересно. нет, я всегда экстраполирую. Если это где-нибудь из Сыктывкара, ну, там э, магазин, который шины продает, да, я не буду им ставить ну, московскую да. расценку никогда. Я понимаю, что у них другой подход. Или если это там чуть Чья-то там свадьба, день рождения или еще что-то. Ну, условно. Вот. Дальше человек из этой компании, он называется менеджеры, uh -huh. он просто пишет письмо в ответ за заказчику, множит эту сумму где-то на 3, на 4. Uh -huh. И, да. ну и да, если логично, соглашаться, все, они, да. они просто передают, когда я запишу звук. Uh -huh. Ну, прямую получают за это 4 конца. А вы там остаетесь с мыслями, боже, какой же жадный мудилы Этот Васечка. наверное, так все и происходит бывают совершенно офигительные моменты. Все зависит от заказчика. Если заказчик крупная, там какая крупная большая компания, вот с ними я не парюсь, я не перезаню, думаю, денег в жопу и жуй, мне их спасать незачем. Вот. Бывает, называешь одну сумму, узнаешь, что заплатили там в 7 раз больше. Да, понимаешь? Да, да. Вот. А когда я вижу, что кто-то вот прям горит, ему нужно сделать, я иногда пытаюсь напрямую связаться, если это прям вот вопрос жизни и смерти, но обычно не помогает. Пишите на почту и пиши. Да. У Саши есть канал, у тебя есть канал. Вот, вы можете там напрямую обратиться. Да-да-да. Да, что, ну, что мы узнали все это, что вот когда совсем страшно будет звонить и писать Петя, ты знаешь, куда писать? Можно а, звонить, там не страшно. Стр... Как с тобой связаться? Все, если ты будешь меня банить, я понял. Петя, это я, ты помнишь меня? Нет, нет, я всем отвечаю. Это принцип. Принципиально. Даже ну, на очень даже странные влажные. письма. А когда предлагают увеличить что-нибудь? На два метра. Ну, такие oh, да, такие я так нал... сразу кликаю. Я сразу открываю. Я сразу открываю вложение. Вложение. Так, ладно. Отлично. Кости Кот. Еще раз привет, спасибо. Очень понравилась королева из киберпанка с голосом Александра. Спасибо большое. Даже уже смеяться устал. Все, все да. Уже пресс болит. Уже все, уже, да. уже, уже жир сошел. А часто стрим хорош гости еще лучше. Вопрос таков: часто ли бывают, что кто-то из актерской братьи пренебрежительно относится к вашей профессии? Имена, конечно, не называете. И что с дикцией Козловского? Ну, в самое сердце mm -hmm, опять да. бьют, ты посмотри. Но я встречал определенный уровень такого пренебрежения со стороны снимающихся, но это, честно говоря, бывает крайне редко, потому что они, ну, им не до этого. И вот еще тратится на какое-то серьезное там отношение к человеку, которого ты там видишь первый, второй раз. Ну, зачем это нужно? Но прям вот так, чтобы прям мерзость, или, знаешь, как гниди, да не, ни разу не встречал. А Через. Козловский, я, а что он вообще разговаривал, я ни разу не слышал. Там звук какой-то идет, а. Да, это, вот, это, это вот как с этим потрясающим Пармы вот это. Мишку, О, Мишку в постель уложил. Мишка, так Мишка у нас гей. <с chi colours> <с trich> Ну, это проблема, слушай, про... это проблема, кстати, я вот смотрю, большая. это большая проблема в целом нашего вот такого вот киноцеха, потому что ты включаешь, вот я недавно при... как то прикоснулся к нашему прекрасному НКС, посмотрел «Вампиров средней полосы» первый до Аккуратней. Восьмой серии... до, вось... до, восьмой серии, это замечательная, кстати, штука, мне очень понравилось, Так, так, так. Потом лютый кал, вот простите, вот дальше мне прямо как отрубило. Но до восьмой серии шикарный. Он все правильно Я не знаю, я в глазах уже три смерти увидел, мне уже не страшно там уже поверить. Но до восьмой серии шикарная, кстати, вещь. Но, заметил, там в целом все хорошо по, иподикции дикции. Но у некоторых ты прям замечаешь, ну ты что сказал? Вот я, не увеличивая громкость раза в три, я не слышу, а, что вот происходит. Ты о я про ты дикцию? думал, что, плохо играют. А да, там, обалдёс, там, что -ли? сценарий там во втором сезоне Там скосился. сценарий говно во втором сезоне, да. Ну и все. А не, ну, в общем, по поводу именно дикции. То есть ты включаешь любой американский сериал, но у них жуткая школа. Мне писал Приньек, мы общались некоторое время из Джульярдской школы этой э, искусства. Лос-Анджелесе. Их там, ну, то есть их школа работы с голосом это из разряда вот э, американской армейки вот этой вот из целеметаллической оболочки. Серьезно, там настолько выдалбливают. Там ты выходишь оттуда, тебя, тебя птицы, их собаки понимают, потому что каждый звук звук. Просто в любой ситуации. Тебя избили, ты, ты пьяный, у тебя все равно все доходит. Mm -hmm. У нас, да, вот я частенько смотрю, и вот так... Парма это был прям вот финал. Так, все, да, да, было... да, да, Еще ну, им эти нельзя. бороды понаклеили, и вообще да. так все зажали, и, да, и так, такая куриная жопка Они думают, ну как, задумка, что это жизнь, ну так это что? Понимаешь, правильно. какой еще парадокс есть? Вот, допустим, я посмотрел сейчас э, коренжовенький мультфильм э, ⁇ Эрмитажные коты ⁇ Вот вышел. Не суть, ладно, не буду комментировать. Я там поучаствовал, не суть. одну из главных ролей озвучивал товарищ Прилучный. Да? А, товарища Прилучного, я даже над ним стебался в сериале Мажор, mm -hmm. где тоже процентов э, 20 дикций просто нет. Mm -hmm. Ну, то есть, вот ну, процентов 20 я не понимаю, что он говорит. Но э, в котах он был хорош. Ну, mm -hmm. значит, может Почему? А почему он не а может, может тогда ну, на а съемочной площадке Нет, 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 смотри, все еще зависит от образа. Если правильного человека, который не очень хорошо умеет говорить, поставить на правильную роль. Да, то есть это должен быть режиссер. Прилучный же изначально не должен был писать этого кота. Да, он, нет, он, он вообще там на какую-то второстепенную роль. Это, по крайней мере он так рассказывает. Так. Вот. А потом он с, 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 режиссер сказал, а вот хочу попробовать это. Режиссер сказал, нет. Они день там воландались, пытались найти как вообще и произношение так. и прочее. И в общем это тяжелая работа ему удалось. Прежде всего. И был режиссер. Я к тому, что когда Расколбаскс кто-то сегодня в чате вспомнил, мультфильм, да, куда mm -hmm. притащили, и Комедиан, и Майкл, э, Майкл, mm -hmm. <laughs> Макса 100-500, mm -hmm. Майкл, Майкл, mm -hmm. Майкл, привет, <laughs> привет, Майкл, вот. mm -hmm. uh, no, uh, да. они все, они все ну, отзвучали, на... ну, то есть мало кто вообще понял, что там были не профессионалы, потому mm -hmm. что... Макс был на роли чувака под солями, под солями. комедия озвучивал жвача, который косплеил Стивена Хокинга. И это все ровненько туда вписалось. И при этом понятно, что ребята, которые паблик-релэйшн занимались, они могли написать, что вот у нас озвучивали, вот-вот. То есть подбирать нужно на подходящую да. роль. Это вот важно. Можно и кем угодно, что угодно озвучить. Ну, слушай, я, я опять же я не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется, все-таки, вот если возвращаться и по кино к сериалам, и к тому, как они там говорят, и все-таки есть проблемы... Со школой первоначальной. То есть артист выходит и он. Раз он выходит неподготовленный к таким вещам, и ну, не готов, но материал до конца, как говорится, да. не, не слеплен. Ну, значит, проблема. Значит, там туда надо копать. Давайте. <къем> ну, И, и эта ну, это, ну, чего -чего? Говори, говори, говори. проблема, как я заметил, началась вот э, буквально через пару выпусков после того, как выпустился я. А что изменилось? Я не знаю, что изменилось. Не Как будто умерли, умерли настоящие профессионалы педагоги. Так ты как я не понимаю, что. Да не, я-то говорю нормально. Дайте я вкину в него с чем-нибудь сейчас. Ну, смотришь кино, люди, которым там 35 условно, да? Все, капец, у них нет дикции. Нет школы, что ли? Куда она вся подевалась? Если раньше была, то сейчас хва почему -то хвалили, хвалили человека, который к озвучил. Значит, есть... Ну и, это не от школы зависит, а от желания работать. Ну, и плюс от, да. И, да, и от усилий, которые ты ну, прикладываешь. Ну, ты приходишь ну, еще что в театр, и молодые актеры играют. Ничего не понятно, что они говорят. Слушай, вот молодые 35, условно. Я тебе могу так сказать. И если... Это не зависит ни молодые, ни молодые. Есть работящие, есть и работящие. Я помню, я пришел э, в Сатирикон, в Райкинский, э, на сцене было э, куча ребят, не помню какой спектакль, было это лет 12 назад или там типа того, может даже чуть больше. И слышно в зале мне четко было одного, Ситвинду, который mm -hmm. в принципе mm -hmm. ну, не обязан разговаривать по-русски -по mm -hmm. очень mm -hmm. четко. Все остальные как говно в рот набрали. Ну и, ну и что? И он был мало моложе них? Mm -hmm. вот. mm -hmm. Это все зависит от желания и умения mm -hmm. работать. Работайте. Ну, что, почему ним, да. тебя должен, должен, Джулиард, за тобой стоять и бить тебя палкой, чтобы ты сам не слышишь, нет, что мне ж ⁇ не, ну, Нет, ну слушай, когда все-таки есть какой-то базис, который уже отработанный, и, ну, все равно ты ж, ты ж понимаешь, что они приходят на площадку, и там все, естественно, сразу становится понятно, кто у нас первый или а кто пойдет в экстрас, и там и будет прозебать. Секкенд, же тоже, банана. да. Second banana. Second banana, да. <laughs> вот. Но все-таки базис какой-то дают, и дают понимание, опять же, что это важно, а у нас нет вот понимания, что это важно. Важно, вы же голос это часть того образа, который вы будете передавать. А вы, получается, вот эту часть просто берете и выкидываете и стараетесь другими элементами возместить, но это неправильно. В общем, Сергей сейчас ответил на вопрос, э, делаешь? нужно ли актерское образование для работы в озвучке. Да. В Джулиарде. Да, в Джулиарде. Поехали. Завтра. Аноним. Батя с дедом напились на кухне и кошмарят внук. Каждый вечер одно и то. Видите, нахер. А, а я даже не смеяться не буду. <с не можешь пить> <пить> Молодец, Майк, алкоголичка. Блин, ты не поверишь, мы могли прийти в одном цвете. Я супруге сказал, у меня есть, конечно, супер уродская кофта, чтобы выделяться на этом стриме хоть как-то. Ну я поэтому хорошо хоть так и делал. блейзер не надел, блин.

там таха, потом еще одна таха, потом у кого еще одна таха? Подожди, сейчас была таха, таха, была, потом была она уже, потом Крайслер, потом, потом какой «Крайслера»? не было Крайслером? было, слева... Слева, слева таха, справа таха. таха. Ладно, Саша, все, все, все. Марат, Марат. А Марат. мне звучит просто тоха, Саше нравится. Я на своем Тохе, я да? На я на Тохе приехал. Я да. так ни разу его не называл. Никогда? Никогда? Нет, Тохе. 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 Okay. Тохе. Okay. Okay. А, Марат, вот. добрый вечер, мастера дубляжа. Я, я выйду пока. Тут вот. Удачи в вашем творчестве. Спасибо. Особенно мне нравится дубляж Александра и Петра. А братьев Корлеонов в фильме «Крестный отец». Если можно, расскажите немного об этом. Нравится ли вам этот фильм и работа над этим фильмом? Мы тут же ведь устраивали с Александром Борисовичем стрим не так давно. Mm -hmm. Да, и как раз обсуждали «Крестного отца». Жаль, не приехала Армеля. Она же там тоже одна из главных девчонок. Вот. Но я и так вот как-то... У меня такой персонажик, малодушный, как сегодня, и такой вяленький. Да? Мне просто нравится э, сам сам фильм все 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 фильмы э, все крестные отцы и замечательный сериал, который э, вышел, забыл, как он называется, вот буквально на, в прошлом году про то, как снимался крестный отец. Если mm -hmm. вы не смотрели, Марат, а, да, посмотрите обязательно, очень классный, да? прям а да. А художественный? Художественный да. сериал про то, как у да, продю да, да, да. продюсера пытался да? слепить, ему все денег не давали, там еще чего-то. Ал Пачино типа... событиях, да? Да, да, да. О, Ал это Пачино не культуры, хотели да. брать, потому что он там щенок мелкий был в то время, и, и, и Его так далее. Я так... не узнал, когда и, стал и человек, который собрал просто все это воедино, очень классный сериал. Посмотрите. Клево. Да. А твой персонаж, там актер, похож, кстати, на твоего этого Дэдпулка кто это? Райан, Райан. Райан. На, все на Райаны просто Райан. я, я Райан. 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 по Райаном главный. Я, знаете, Райан. афроамериканцев ну, то есть, просто негров, озвучивал первую половину своей карьеры, и Райана вторую своей карьеры. Да, все просто. Первую половину жизни да, работаешь на Райана, а вторую Райан работает на тебя. Алан вот Латош, привет еще раз. Я сегодня буду еще отмечаться? Подожди. Да, не, я, я хотел сказать, а ты на какого Рая наработал первую <с половину жизни? На Раису Петровну он работал. Uh, привет еще раз. Есть информация. Есть информация. кто из вас будет звучать в пиратской извучке Хогвартс Легаси? Уже, сказали. Уже сказали. По поводу пиратства. Да, Все там... значит, да по поводу да. пиратства мы тоже же ответили. Нету там пиратства. Ну вот именно то, что касается механиков, то, что касается Voice, это не пиратство ни в каком виде. Они не продают продукт, они на нем не зарабатывают. Успокойтесь, это не пиратство. А нахрена они делают? Ну, да, нет, но у них есть, ты же понимаешь, что совсем уж просто так они это не делают. Но у них есть, но стартовала это как группа энтузиастов, которые этим занимаются. Ну, они как за Саша, сейчас, когда просто харкнули в рожу всей России, ну, по большому счету, а главное, имеется в виду даже не России как страна, а людям. Да. То есть вот сегодняшние новости по поводу того, что там инсулин какой-то перестали поставлять, который детям необходим, да. знаешь, да. Э, ну вот это это вообще какой-то верх паскудства, вот честно, то есть это геноцид, да. Э, наша задача, чтобы развлечения и все хорошее у людей было, да. вот и все. Да. Поэтому мне плевать пиратское, не пиратское, да. все будет. Ну просто всё в будет данном хорошо. случае, да, все будет хорошо, но в данном случае, правда, ребят, не пиратство, поэтому совершенно это. Классные ребята, которые делают классные моды. Давайте вот вот так их и называть. А, и да, по производству уже идет. За людей и... порву. Да. Поскольку там 70 да человек. Да, все там да, там, да, там там очень много, много людей. людей будет. Там будет, будет. будут все. Да. Потому все, что новости-то о том, все, что все, они все, уже все, давно, все. да, что началась работа и будет много людей. Я думаю, да. блин, а мы с тобой, по-моему, разговаривали, да, 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 что да, да, типа да, да, да. блин, а о чем мне не звонят? Буквально в этот же день вечером мне написали, говорит: приходи. Помните, эту ну, да. такая дубляжная мафия сработала сразу. Спасибо тебе. Ты наверное им написал, а что, говорили, не понял. А, нет. Забираю, спасибо. Обольт да, пришло. <laughs> Обальт многострельный. Задонатить Петру Гланцу было расплюнуть, как два пальца об асфальт. Yeah. Это зрителям нашего YouTube канала yeah. спасибо yeah. большое. Желаю процветания каналу Петра и побольше озвучек различных упси. Упси, Да. А КПТ Сплинтер. А, всем бобра. — О, спасибо. полторы тысячи, К... спасибо! — спасибо. Капитан, сплинтер... Капитан Сплинтер! — Капитан Сплинтер! — Пришел, Сплинтер цел, понимаешь, это оттуда Сплинтер цел. — Нифига, -цел. классно как! Сейчас, молодец. целый. игрушечка такая. Мама. Да? да а, он же вообще черепашки ниндзя. Да? У него, видишь, да, да. уже черепашки пошли. Ну, как а, спринтер, мастер спринтер. Это как реально с дедушкой разговаривать. Да, да, да. и я тут чуть когда не маленький, когда маленький прибегает. Дедушка, я там классно так поиграл. да, конечно. Ну, вот он такой же абсолютно. конечно, уже интересно. А вы уже прожженные такие там сидели, Саня, для тебя специально сообщаю. Вот буквально на днях, 4 дня назад, вышел первая ну, полноценная игра э, Свинка Пеппа. Да. Ну, я должен должен быть, блин, ну ты знаешь же этого конечно, персонажа. Все, «Свинка цел не знает, свинка Пеппу знает. Да. Все, можно играть. А что, что за интерцелл? поколение пошло? Да. Свинка Пеппа. <laughs> свинка -пеповцы. Там можно целую семью Свинки Пеппа» создать. И там и и и зёбр, и, и Собачка еще. Ну все, в общем, персонажи ну, практически. Ну, ну, и пап. Это Sims, понимаешь, вот его уровень. Да. Вот можно. Практически. Ты, так, сейчас, меня ты сейчас просто. Почему? А почему ты в телефон полез? Пал... Я, я пошел палец. сейчас, да, сейчас Давайте я буду читать вопросы. Он не может. Опустите чуть ниже. У меня хотя уже ни хрена. Компьютер опускайте в другую сторону. Все, все, все. А, все, все кончилось. Слушай, ну мы отбились, это вообще круто. А кстати, ты слышал, что с букой-то? Что, с букой-то что? А что, они все ехали? Было, куда уехали? Уехали куда? их, их перевезли. А, ну и хорошо, и пускай, а, да? ну, ну чё, будут там работать. Какая разница, где, где работать? Главное, чтобы дело делали. Да. Мне, мне кажется, это вообще совершенно не принципиально. Последние четыре э, года на удаленке ничему не научились. Неважно, где ты находишься. Если ты умеешь и делаешь хорошо, ну, да. умей да. и делай. И все. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. У меня просто еще товарищи есть, которые придумали очень классную игру и которые выиграли тендер. Uh, был какой-то тендер. Mm -hmm. В общем, очень много-много-много тысяч долларов. Mm -hmm. uh, или там около миллиона, я не знаю. Ну, в общем, mm -hmm. и они придумали что-то очень клевое. Мы для них там писали пробы. Okay. Uh, ты помнишь? Да. И они им дали сейчас фулл финансирование и перевезли весь всю команду разработчиков в другую страну и будут полностью там все это делать круто и, круто да, я да, так да, за них рад. Это... вообще так классно главное, главное делать да ну, да, да но, но, мы, мы продолжаем делать. Я могу сказать, что я продолжаю и для американцев, которые как бы ушли с рынка что-то делать, и для японцев, и черт знает для кого. Ну, то и, есть прям конкретно так, чтобы хлопнул дверью, таких на самом деле не так много. То есть они есть, безусловно, но... Ну, там, -то, я так понимаю, они, они не сами хлопнули, а за них Ну, кое-кому -ко -ко да, кое -ко кому очень серьезно хлопнули. Это я прям из первых узнаю. Там прям без вариантов. Ты либо делаешь вот так вот, либо ты уезжаешь далеко и это <antecerst2> <кхе> очень серьезно. Так, ну и что? На, ну на этой веселой ноте. Ты куда полез на этой веселой ноте? За котлеткой? Рассказывай. Я рассказываю. Да, вы меня как-то это зачмырили. Я себя чувствую, я очень все близко к сердцу принимаю. Мне это Это мы наоборот, это принятие. Ты теперь один из нас. Хороший буллинг в сторону Гавра. Вот видите, пишут художника. Num, да. булин? Булин? Это булин? даже как не т, булин? Булин? Это даже не токсик. Вот даже, даже не токсикусечки да практически-то не было. Ну, максимум mm. так. Ну, mm. Это, дочь меня будет мелкая. Да? Она умеет. Но ты рассказывал про пеструшку и гуся. Пеструшку и гуся. Цветочки. Слушай, натанцевала так, что у меня есть видео для срочных переговоров когда кто-то совершенно конченый, а такие случаются сейчас. Как, как, как это люди делают вот с телефонами? Я не умею. Чего-то. Вы, 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 вы... вы развлекаетесь. Говорите, cool говорите. Cool game. Cool game, game voice, механику и Ну, да. Cool, а, да cool, а cool game, это, что я с ними cool что-то делал. Ну, то есть, смотри, есть не то чтобы градация они, наверное, не так неправильно сказать, есть самая крупная, грубо говоря, организация, которая ну, наиболее близко по сути к тому, что мы называем официальной локализацией, они в том числе официальные вещи делают. Uh -huh. Это Games voice. На буквально там миллиметр от них отстают, но примерно то же самое и в таком же хорошем отношении и с таким же хорошим результатом делают механик свой совер И есть чуть-чуть ну, пониже уровнем такие чуть более местечковые mm -hmm. ребята, хотя по-моему, Cool Games, -то, они вообще там за, за Fallout 4 взялись, а это, да, это, да, это да, огроменная да, да. игра. Да, огромная. На очень сложной там... Все, да, а что, у нас и... не было четвертой <къех> <къех> организации, четвертой нет, игры? Нет, нет, нет. Oh, после, после, получается... Фуллаут Нью-Вегас, они больше сказали, что все, спасибо, я не голодный, и все. Да, вот да, это, да, да, да. А не четвертую сделала... Четвертый а... будет только субтитры. Уже четвертый Fallout 76. Так это не беседка вашим... делала? Это все беседка, да. Они, да. просто, они просто сказали, что такие проекты мы больше не будем. Ну, как всегда, там смесь денег, смесь времени, опять же. Ты же понимаешь, что готовую локализацию нужно же еще как-то это внедрить. Это ну, конечно, часы, да, да, тестировать да, да. вот это все нафиг надо. Так вот сколько субтитров? на этом Fallout <кх> я просто читал тут книжку про создание Fallout. Uh -huh. Сколько и компаний закрылось? Книжка пока... про создание, да. да, да, да. То да. Все, а все остальные книжки ты прочел уже, что ли? Что а ты за ты нее про взял? Нет, я имею в виду аудиокнига за деньги. Ему платили, он за то, что я читал. Понимаешь, я думал, такое: у меня свободное время, я почитаю книжку про полаут. А что То, что я обещал, я Сереге покажу около микрофона. Вот так вот смотри. Сейчас. Давай. Это Шина! Что это? Ну, и это да. да. и просто и вот... И вот это прямо... Я, прям... я... То есть мне это пока рано смотреть, я понял. У меня сейчас перед глазами такой список, кому я бы это послал в первую очередь. Перед уходом кинул разрывную немножко это волшебно Главный подход какой нежный, понимаешь, как зритель втягивает... да, 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 я да, 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 только да, 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 только а играли в Atomic Heart? Как вам СССР будущего? Там какая-то была мутная история с этим Atomic Давайте Harten, без комментариев, потому да. что без тут комментариев, прям, все, ну, там, да. там помесь личного с профессиональным. Не хочу туда лезть. Я не, не, не стал играть, потому что Dev Build пока ну, финального билда... Нет, оно, оно уже давно вышло. Еще раз. В пиратского финального а, билда. Я да, покупать да, не да, собираюсь, потому что я и играть не особо не собираюсь. Ну, так да. посмотреть я бы поставил. Ну, да. вот. а, поэтому дождусь, когда будет стабильный билд. Поставлю, посмотрю. Ну? Интересно. Чего? Ну, интересно. А какой есть? стабильный билд? Да, да, да. Стабильный. Ну, стабильный. имеется Потом в виду... Я диски покупаю за как... Мне тут предложили... За да, на вот кассетах, моднее. На касс... А, кстати, на покупать... кассетах были же игры. Да, я помню, конечно. Да, я я помню, были... А я на... Аудиокасс... как это вообще работало? Вот работало вот, прекрасно как модем. звуком да, передавалось. Да, но я помню... Куда передавалось? Звуком. В самом начале когда и кассеты были говно, МК-60, в основном МК-45 и так далее, и магнитофон, электроника и прочее. У меня прям была отвертка. Знаешь, хочешь загрузить какую-нибудь игру, а загрузка игры — это там минут 10. Ну да, Тогда... 7-10. И да, и я по звуку слышал, ага, головка поплыла так, и отверточкой на ходу так чуть чуть подкрутил, Глотовь чтобы она поострее -по -по звучала, да. Фигак загрузилась, без сбоев, думаешь... А? Для меня это Фиге вообще это было как какой-то меня как фантастика. Мастеровка меня... головки. Да, да, да. Не, у меня у меня был. Головки такой головки, компьютер да. это на основе, господи, как его называлось? Спектрометр. Спектр. 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 Спектр да, 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 да. У меня был советский его советский его клон, который, да, ты берешь магнитофон самый обыкновенный, да. и там два варианта: либо если у тебя есть специальный переходничок, ты прям напрямую тыкаешь и тогда загрузка идет замечательно. Если нет, то берешь микрофончик и подносишь. А, да ладно. Так тоже можно было. Делал и это. Понимаешь, из-за того, что микрофон говно. Говно, кассета, говно. Это ты сидишь 10 минут, вот это, <свят> <свят> вот это. Вот это вот слушаешь. А оно не загружается в конце. И ты такой, да твою мать, микрофон чуть подвинул. И оно загрузилось через 10 минут, со второго скрыть вот этого Это как, вот. так, как, это как с BBS-ке то самое картинки качают. Она <свят> чтобы, чтобы один раз посмотреть, <свят> ты <свят> звонишь по телефону на другой телефон, там подключается модем и дальше строчками вот так вот. Ну давай! Давай! Вот это! К момент когда она загрузилась. В принципе, она тебе не нужна уже. Да было дело, было дело. Ну, не знаю, кто-то хвалит, кто-то ругает. В общем, с этим много противоречий с Атомик Хартиком, да. Екатерина, спасибо. Сергей, спасибо за ваш голос. Ежедневно поднимаете настроение на MMORPG. Это создатель сайта. Пишет это нормально. Кать, Кать, спасибо. Спасибо. <свят> а, Борис Новиков, ты еще с нами. Мужчины, как же с вами хорошо и весело. Давайте замутим какую-нибудь авантюру, Например, эпически локализуем Бэтмена 66-го года. Лоализуем. С... лолизуем. Да. да. Но это ла ла от слова лол. Лол. Лолизуем. Давайте <свят> лолизуем. <свят> он, он и так, в принципе, <свят> Бэтмен 66-го года очень лолизованный. Если ты напишешь крутой лолизованный текст, мы... <свят> 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 Готов. Я бы руках, с удовольствием путешествовал. Ну, ну, да, да, да. Классная изи. штука. Кстати. Кайфа ради. Исключительно. Да да да, 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 да. Так что это. Задание послано. Егор Ака Я не Петр, еще раз говорю вам большое спасибо за озвучку Брэдли Купера в трилогии ⁇ Мальчишник ⁇ Брэдли Купер. Спасибо огромное. Ну да, еще тогда... Как молоды мы были, Брэдли Купер и вообще... Трилогия «Мальчишник» — то, что мне близко сейчас. Чуть-чуть он... блеванулся в рот. Регургитация, знаете? Проглотил и пошел. ел сегодня. Короче говоря... У тебя птичий инстинкт — только покормить детенышей. Да, кстати. Мои цыплята. О, кормить детенышей. Поэтому я так широко открывают клювики. Главное не забрызгнуть. Иногда им попадает в глазки. Да, Купер был хорошо. Но там сама трилогия была замечательной. примерно такую жизнь я вел, как в этой трилогии в то время. Сейчас уже нет, уже старый, конечно. поэтому было легко. Вообще какие-то роли даются очень легко, потому что они даже физически близки Поэтому гордиться тем же условным Дэдпулом мне смысла ну, нету, потому что ну легко. Вот mm -hmm. правда, просто да. легко. Ну, да, слышно, что это... тебе по кайфу. А, а есть да. когда? А есть когда да, есть когда кишки вытаскиваешь, да. И вот это запоминается как раз скорее mm -hmm. вот вытаскивание mm -hmm. кишков, mm -hmm. Mm -hmm. кишок. Кищик. Кищик. Кищик это дет... кищик а это не надо. Детские сутенеры там вот это вот все, да? Дет детские супинаторы. Сутеноиды. Да. А, а, блин, ты меня сбил своими сутенерами. А Брэдли Купер, а, а не ты его писал в звезде? Звезда родилась из, 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 из Леди Гагой. Ты что, обалдел? что ты, конечно, нет? нет, кто мне, кто мне даст? Она он, он, на, на Мосфильме, по-моему, писала. А, что -то понятно. Там какого, то никто. Где да. я и где. И где и, там, да. там мастера пишут только. Ага. Да я думал, ты разлучился там. Вроде с третьим <с Дэдпулом-то. — А когда он, кстати? — Какой третий Дэдпул? — Еще не вышел! — Нет, я имею в виду... — ну Нет, только был один с покемоном, когда заставили буквально Силу Борисовича Кузнецова меня записывать. Он всячески отбивался и типа... Вот, но заставили записать. И и А, подожди, еще, по-моему, ты, ты по-моему, видимо, это был там сильно завязан эти True Americans, помнишь, с Кристофским... Ты там тоже был? Нет, это нет? еще тогда до. Это а до это Золочи, было до, до разу, да? Ультра американцы. Ультра -американцы, точно, да, да, да. Я думал, это было после уже, нет? Нет. Ну, да. нет. А так. Так, все, все, отлично, отлично, ребятушки. Что? Снимаем. Снимай. Ну, снимай, снимай, что я снимай. Снимай, сань, снимай. Начинай. Конкурс волкрых футболок от Александра Гаврилина. Я думаю, что на Аноним. Спасибо большое. 4-3. А подожди, там так? у анонима есть что сказать. А, я думал, там будет про. Запись пошла. Ты че молчал? Спасибо, что это пошла запись. Спасибо большое. Спасибо, кстати, всем что да, потратили вы, да. на, на нас э, свое время. лучшее время в эту субботу. Да. <laughs> вот. Надеюсь, э, сейчас у вас будет много поводов э, посмеяться и, и, выпить. и отдохнуть. Хороших вам выходных и отличного воскресенья, чтобы отойти. Да, пока ты не убежал, мне нужен твой автограф на постере имени тебя, твой автограф на постере имени тебя и в ваш райдере общий было. автограф на актерском. Да, в райдере было? Нет, не было. Да сейчас будет. Сейчас будет. Сейчас будет. Mm -hmm. Вот, а, да. а это надо на камеру делать автограф? Так ну, а почему не относишься? Ты хочешь без камеры, сдаёшь. можем без камеры сделать. Мне главное не забыть. Я ничего не буду подписывать. Ну, просто твой автограф может быть какой нибудь там пожелание. Хорошо. Пожелание? Ну, не знаю. Бойся меня. Мне там это да. Бойся меня. Да-да-да. Твоя почта. Просто написать. Писать сюда. Нормально, она же общедоступная. Хорошо, останется. Супер. Да. Ну, можем это сделать после эфира, не вопрос. Да. Ребятушки, вы крутые. Спасибо вам огромное за то, что вы до сих пор с нами. Нас почти 700 человек смотрит. Это очень классно. Это почти рекорд. Вам, мои дорогие тролли, я вас обожаю, люблю с сердцем. Вот, я... Да, вот, я не знаю, если... Я вел себя некрасиво, нехорошо, а вы меня простите. Че? То нам понравилось, давай! Здесь такое дело. Обратите внимание на полоску Петра Гланца. Внимательную, пристальную полосочку. Четыре шестерочки. 4-6. Дьявол носит асос. Хорошая реклама. Самый громкий. Спасибо большое за этот очень смешной, классный стрим. Я вас люблю. Спасибо, что пришли. Тебе спасибо. Зови. Мама, могу я уже такая хотела Хотел увидеть зубы в начале стрима. Последняя звука. Закончим на глубоком АСМР. Да. А он не сказал зови. Нет? Вот так. Че, а? не звать тебя? Куда? Ну, на деньги. Что? Нет, деньги будут, зови. А -а -а. А -а -а. деньги мы нас Мы все придем. Неплохо, да. Ну давай, да, да, да. Пошло, да, вот он пришло, да. Посовитые вы мои. Он завидует, просто не знаю. Посовитые вы мои, да. Мне Саш, ты тоже можешь. Ты мог, давай, подключай. А потом пониже Я крыс, я маленькое животное, я просто так тут гуляю. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. На этой шикарной ноте. Размялись. Останавливаться. Да. да. Всем. Пока-пока. Подписывайтесь.